Раз, два, три. Ну что, ребят, всем здравствуйте. Всем привет. Наконец-то! Наконец-то Майнкрафт! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, всем привет! Меня зовут Иван, это мой канал Мистер Кэт. Да, долгожданный Майнкрафт, и я, как всегда, мигаю, да? Простите. Здравствуйте, ребят! Здравствуйте! Как всегда, хэштег «Сиди дома». Как никогда актуален. Как можно меньше выходим на улицу только по самым важным делам. Перчатка резиновая, маска, абцент на руки льем. По возможности. Ну, это, конечно, не смешно. Друзья, всем здрасте. Давайте поднимем этот стримчик до небес. Выживание. Выживание. Всем здравствуйте. Офигеть, сколько вас! Привет. Здравствуйте, ребятки. Всем привет. Ну что, сейчас я вам покажу, как я в него рублюсь. Но только... Да-да-да-да-да-да-да. Я хочу создать мир, и где меня выбросит, оттуда и начнем. И пофиг где. Откуда угодно. Вот такой минстрим. Потому что я помню, мне когда-то закинуло на какой-то островок, я такой смотрю везде, и одна вода. Как такое вообще возможно? Но возможно. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Всем добро пожаловать. Так, ну что, давайте я быстренько сейчас создаю режим выживания. В настройках мира я только по умолчанию бонусный сундук включу, и все. Угу. Потому что я сегодня хочу попутешествовать по миру. Обычно я, знаете, создаю себе пещерку или домик и сразу ныряю в недри. Но сегодня будет немножечко по-другому. Сегодня мы попутешествуем. Ну, конечно, для путешествия нужно будет немножечко подготовиться. Скрафтить себе хотя бы стальную броньку, да? Немножечко мяса взять. Посмотрим, как оно выбьет. А? Здрасте. Сергей, Полектов, Никита, Джонни Кода. Читы включи. Не-не-не-не-не-не-не. Я с читами не играю, ребят. Когда читы есть, это, не знаю, теряется какой-то кайф игры или... Знаете, как я в основном играю? Играю, потом мне кто-то убивает, я бомблю и удаляю мир. Я не знаю, странно, наверное, да? Тезка, привет. Приветик. Здравствуйте, ребятки. Здравствуйте и добро пожаловать. Привет, Вань. Привет. Настя, здравствуй. Приветик. Ну что, ребят? Поехали. Поехали. Готово. Создаем мир. Скайрим. Честно говоря, немножечко страшно. Вау. Вау. На сладкий рулет. Привет, Вань. Привет. Привет, привет. А почему мне не показало ничего? Потому что, наверное, было отключено. Спасибо, спасибо большое. Не увидел кто, но сейчас я открою и посмотрю. Посмотрю, ребят. Майнкрафт на самом деле очень-очень нифига себе какая требовательная игрушка. Я поставил, и я не знаю, как тут настроить. Я тут один раз накрутил на фулочку. Моя система чуть не взлетела, как реактивный самолет прям до Луны. Это было пипец. Майнкрафт это... Я не знаю, у кого-то на фул настройках вообще он запускается. Я представляю, там если еще моды поставить, это вообще трэш. Так. Сейчас, ребят. У меня просто было отключено, простите. Сейчас. Так. Две минуты назад. Томми М, спасибо огромное тебе за 100 рублей. Спасибочки. Все. Теперь все настроено, все будет отображаться. Псих, здравствуй. Пожалуйста, не бомби. Привет. Мистер Крейзи, приветик. Андрей Миронов, здравствуй. Так, ну что? Вернуться? Не, ну, ребят, ну это Скайрим. Это Скайрим. Я вижу горы, я вижу снег. По-моему, меня выбросило... Отлично, еще какая-то деревушка... Наверное, какой-то везунчик, да? Да. Так, погодите, а где мой сундук? По идее, где-то что должен быть. Где-то тут. Где он? Там и лошадки. Тут и огородик. Да, ребят, я, по-моему, попал вообще шикарно, да?
Ты что, слышал? Не знаю. Блин, а где мой сундук, а? Вот это вон? Не, это не он. Это сундучок ребят. Или это мой? А, нет, скорее всего, это мой. Да? Так, ну что, давай яблочки кинем сюда. У нас тут кирка. Ага, да-да-да. Топорик, палочки, палочки. Немножечко рыбки уже готовой. И хлебушка. Обычно, если деревушки какие-то, то я сразу, конечно, захожу к ним в гости и смотрю, что у них есть. Я знаю, это, наверное, не сильно хорошо, но как-то так. Здравствуйте, ребят. Миша, привет. Приветик. Фэт-фэт. Здорово. Привет, ребят. Не знаю, по-моему, шикарно меня выбросило. Отлично. Так, что я хочу? Я хочу, ребят, со старта. Я не буду задерживаться. Я не хочу задерживаться. Я не хочу сейчас копать целые шахты. Мне хочется накрафтить себе самое необходимое. Самое... Ух, сколько тут хлебушка. Ну что ж, еда, по-моему, есть. Картошка... Еда, по-моему, ребята, есть. Простите, ребят. А вот мне интересно, если я чисто случайно у них забираю какие-то вещи, они потом со мной не торгуют или нормально все? Зайди на настройки графики, поставим интерфейс. 3 чанки поставим на 20. А, чанки. Ой, ребят, я в этом вообще не понимаю. Настройки графики. Вот мои настройки. Кадров 60, быстро, мягкое освещение максимум. Не знаю, давайте не будем сейчас настраивать. Ну, в принципе, более-менее работает. Видимость нормальная. Что нам еще надо? Котики, по-моему, гуляют. Да. Котик, привет. Рафа, здравствуй. Привет. Здравствуйте, соседи. Здравствуйте, хотя какой я вам сосед, а какой-то... Прилетел тут к ним. Да, наверное, мы тут и будем жить, потому что у них тут защита классная, у них тут голем стоит, ходит, охраняет, а он лупит шикарно, он, по-моему, офигенски лупит. Так что погнали, сейчас быстренько я накрафчу себе немножечко самое... Ой, простите, сэр, можно к вам, да? Да, нет, тут, по-моему, ничего нету, это башня, да? Это башня, тут ничего не будет, тут явно ничего не будет. Водички выпил. Александр! Аникин, привет! Приветик. Так, тут ребята собирают урожайчик. Обалдеть. Огородики, водичка, все как надо. Вольерчик. Это ж, по-моему, их свинушек лучше не бить, да? Так. Ну что, мне нужно немножечко дровишек, погнали. Да. Так, ребят, по планам я хочу сейчас быстренько скрафтить. Посмотрим, как оно быстренько получится. Ну, не знаю, мне нравится в горах, потому что в горах порой очень классно находить разные вещи, потому что ты можешь просто увидеть их в горе, и не нужно сильно долго крафтить. То же самое железо, то же самое. Или, знаете, бывает еще трещина такая вот посреди мира. Ты такой раз-раз посмотрел, а там камушки. Полетел. Так. Давай немножечко дровишек. Лошадка, здравствуй. Еда у нас есть. Насчет еды париться не будем. Так, ну что, нужно железо. Нужно сделать себе сет. И я вот делал себе как-то компас. Компас, мне кажется, пригодится, чтобы мы не по кругу ходили, да? Ваш каждаш. Опа, приветик. Егор. Здравствуйте, ребятки. Мистер Крейзи. Угу. А, точно, да, кроватку, все эти дела надо бы забрать. Потому что я, честно говоря, наверное, сейчас побегу в горы сразу. Я же все-таки со Скайрима. Пойдем сразу в горы, сделаем себе там пещерку. У ребят заберем все самое важное. Сколько там время только, не, солнышко еще наверху, но день кончается быстро, так что давайте долго не щелкать, и мы сейчас быстренько... Кстати, у них можно не только кроватки... У них можно еще несколько факелов забрать. Я бы, честно говоря, забрал, потому что неизвестно, добудем мы уголь сразу или нет. И у них вот такие вот... Ну, давайте сделаем честно. Вот, ну, несколько оставим, чтобы они тоже сильно не нападали. Прям такие хорошие.
Прости, но у тебя свет отключили. Мягкий диван тоже заберем. Или это, по-моему, ступеньки. Это Обливион? Не-не-не. Не, это не Обливион. Это далеко, погоди, это там факел застрял, да? Да, по-моему. Вау-вау-вау. Не пугай меня так, кущи. Так. Чуть-чуть факел еще там возьму. Ага, и отправимся дальше. Дальше. У-у-у, ребята, спасибо. Спасибо. Потому что бывает очень темно, тут у вас очень много света. Я чуть-чуть возьму колодец. И полетели туда. Если что, мы сейчас сделаем вот там вот пещерку себе. Знаем, что тут очень много и свинушек. Термин, игрок. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, всем добро пожаловать. Буду выживать, но немножечко не так, как я обычно. Я хочу сегодня именно с вами попутешествовать. Хочу создать крафт, скрафтить себе какую-то броньку сейчас железную. Какую-то железную хочу скрафтить. Сделать оружие, взять еду. Ну, в принципе, еды, мне кажется, у нас достаточно. Мы там батоны сразу. О, то тут еще свинушек. Ну, посмотрите. Ну, разве это не Скайрим? Это, ребята, Скайрим. А вот, смотри, как классно. Вот почему люблю появляться где горы. Потому что сразу вот у нас. Вот все, что нужно. Далеко только, черт. Далековато. Ну, мы сейчас туда докопаемся. Да? Сразу мы... Возьмем себе угля, потому что уголь нам нужен, чтобы создавать слитки. Ну, кому я рассказываю, да? Кому я вообще рассказываю это все? Жень, просто Жека. Здорово, ребят. Здрасте. Да, сидим дома, ребят. Сидим дома. Еще раз проходим любимую игру. Выбираем, наконец-то... онлайн книгу, то, что уже давным-давно хотели прочитать. Читаем, сидим дома, читаем, играем, смотрим стримчики, делаем то, что хочется. Понимаю, сейчас, конечно, такая, знаете, погода классная. У нас вчера было вообще очень тепло, невероятно тепло, но сегодня уже чуть-чуть попрохладнее, даже морозец, абрикоски расцвели так красиво. У меня невероятный соблазн схватить камеру, побежать, как всегда, снимать цветочки. Ну, я, знаете, такой любитель фотограф. Мне нравится Вау! Здравствуйте. А ну-ка, подсобите мне. Оп. Чё она пристала, а? Аж чё она пристала-то? Может, она хочет яблочко, а? А как вообще дать яблочко накормить? Потому что ощущение, я сейчас её ударю, да? Перед ней. Антон, голова. Да, она явно что-то во мне и понравилось. Ладно. Свинушка, если что, это я заберу с собой. Будем с тобой путешествовать. Ребята, а что она ко мне пристала? А? Или это просто любопытство, да? А реально же сделать так, чтобы она... Рубин, спасибо за 100 рублей. Спасибочки. Майнет и святое. КСТ, а я в чатике. Обращение к ребятам. Хватит писать, когда Скайрим не ну реально. Будет вам Скайрим. Конечно. Уже готовлю. 300-й выпуск будет очень-очень интересно. Ребятушки, всем здрасте. Гриша, привет. Упс. Так, если я буду мигать, вы мне свистите. Да, я поставил себе старую камеру. Она, на удивление, все-таки работает лучше. Но цветокоррекция. Простите, пока обновиться не могу, потому что нам надо купить. Так, я слишком много разговариваю. Слишком много. F3. Я не знаю, это какие-то показания. FPS и всякие другие дела показываются. Также тут можно с такого вида посмотреть, но это мне не нужно. Так, ребят, так. Сейчас нужно сделать пещерку. Сейчас нужно смотреться, потому что бывает так, что железо мы видим прямо вот так вот. Со стороны и дай-ка... О, тут и барашки. Это шикарно. Шикарно. Сейчас я быстренько осмотрюсь. Может, где-то будет еще железо, и это будет вообще классно. Но, нифига не вижу. Нету. Ладно, давай, наверное, мы сделаем здесь себе пещерку возле
возле угля вот это вот. Как раз его тоже, если что. Ну, мне кажется, с углем... Нет, ты посмотри, они туда все забегали. Какие-то горные свинушки. Реально. То, знаете, есть горные барашки или козлики, а то реально горные свинушки. Так, вот. Да, уже потемнело. Так что давайте нам внедряться в гору. Сейчас я быстренько сделаю себе какую-то пещерку. Маленькую, удобную. Мы тут, конечно, задерживаться не будем. Но где-то ночевать надо. Конечно, можно было у ребят переночевать. Но кровать мы поставим. И я немножечко хочу все-таки... Может быть, действительно, лучше сейчас не нырять, а просто дождаться, поспать до утра. И с утреца рвануть, побегать по горам, посмотреть. Хотя, честно говоря, не знаю. Все-таки нужно немножечко и нырнуть. Давай вот так вот сделаем. А вдруг сейчас нырну, а тут дофигища железа, просто невероятное количество. Обычно, когда горы, не знаю, ну ресурсов всегда хватает, потому что ты как бы внедряешься прям в гору. Так, погоди. Так, погоди. По-моему, мне нужно сделать немножечко досок. Вот так вот, наверное, будет быстрее, да? Давай доступное. Сразу верстачок кинем. Вот тут где-то. Я и факелами. Вот. Подсвечим немножечко. Да, кровать. Кровать мы сделаем. Не-не-не-не. Вот тут. Вот шелтенько такая прикольная. Интересно, как ее тут красить-то? Человек, здорово! Поспи. Обязательно посплю. Но сейчас, ребят. Сейчас. Давай, наверное, сделаем дверь. Пускай стоит. О! Здравствуйте. Я просто не могу не забрать уголь. Ребят, хотя уже потемнело. Сейчас будет... Я не знаю, у меня такое ощущение, что только я притягиваю зомбиаков, монстров больше, чем все остальные. Не знаю, почему. Или это сделано тут просто. Мне кажется, наверное, да? Просто кажется. Кажется. Так, все. Дверь есть и... Ага. Камень есть. Можно сделать сейчас каменные. Да, кирочки? Для начала. Обычно делаю там штуки две. Также лопатку нужно сделать, потому что иногда бывает сразу такая мягкая порода, и лопатка все-таки поудобней. Топорик можно отложить, кирочка сюда, и на всякий случай, на большой всякий случай мы кинем меч, потому что всякое бывает, а бывает очень часто. Всякое, когда какой-то зомбяк подойдет, наваляет люлей и убежит, и нормально. Крутая идея в пещере жить. Ну, это максимально просто. Не надо стеночки. Хотя я помню, когда-то как заморочился. Я 3 или 4 часа строил себе особняк. Какой-то с узорами. Вообще, я хотел сделать там одну эмблему, но я так часто умирал, что потом понял, что нужно включить режим, творческий режим, вот там вот все построить, а потом, а так это пипец как хардкорненько, да? Ага, вот ребята уже появились. Да, ребята уже появились, и я, честно говоря, может быть, давайте сделаем еще немножечко факелов, потому что как раз-то я по ним ориентируюсь, когда мы сейчас нырнем. Я думаю, мы нароем сейчас много железа, и быстро, и без особых проблем. Угу. Тапчик, привет. Любимая в данный момент, ой, я не знаю, я сейчас во все играю, я сейчас... сижу еще... Так, погоди, тут какой-то новый ресурсик. Не знаю, мне что-то с разрешением. Оно почему-то у меня растянуто. Растянуче, чем обыкновенно. Не знаю, что за ерунда. Глеб, привет. Так, ребят. Самая главная задача сейчас быстренько найти железо. Может, действительно? Если долго не будет железа, мы сейчас, наверное, выбежим и пойдем оббегать горы. Искать железо, чтобы побыстрее накрафтить себе броньку нормальную. Так, погоди, не то дело. Также, конечно, хочется и кирку железную, и меч железный, и все железное. Черт.
С одной стороны, знаете, если так задуматься, блин, ну какая-то фигня, ну добываешь это железо, ну не знаю, как в этом есть какая-то магия. Черт, ребята, какая-то чертова магия, которая заставляет сидеть в этой игре долгие часы. Понятно, понятно. Я раньше, ребята, не понимал этого, серьезно. 33-летний дядька не понимал, что это такое, но потом... Угу. Так, ну что, тут у нас опять же уголь. Давай, давай, чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Сколько есть, все заберу. Чуть-чуть. Бывает возле угля, конечно, и железо, но не всегда. Ладно, ладно, ладно. Уголь хорошо. Так, ты можешь сварить свиней... Ага. Спарить свиней морковой, найти двух свиней моркови, найди-ка накорми. Маленький поросенок. Блин, нифига себе. Вау, Ульфрик. Спасибо большое. Спасибо большое за 100 рублей. Привет, Ваня, привет тебе и твоему сыну. Приветик, привет. Сынулька сейчас, мама играется. Поспал, сегодня выспался. Честно говоря, сегодня он встал очень рано сам. Так, я кого-то слышу. Если мы кого-то слышим, это значит, что... Да. Где-то мы уже недалеко, по-моему, где-то вот здесь... Мы дорыли до пещер. Обожаю пещеры, почему? Потому что, когда ты пещеру находишь, ты просто по ней бежишь и собираешь лут. Ну, бывает, конечно, такое, ты попадаешь в какую-то пещеру, где их просто... По-моему, вот этот звук что-то означает. По-моему, если такое слышишь в мане, то ли какая-то шахта рядом, где я умираю очень часто. Так, погодите, ну это где-то вообще рядышком, я не пойму только где вы лазите. Ну, где-то вот здесь как будто, да? Да, а ну куда, давай, где вы? Вау, господи! Каштан. Фурода, от фаната Скайрима. Спасибо. Это было настоящее фузрода. Я подпрыгнул. Тут какая-то, знаешь, сейчас атмосфера такая. Музычки нет, тишина. Спасибо. Спасибо, что все мы, сколько нас в чатике, сейчас подпрыгнули, наверное. Так. Спасибо огромное за такую невероятную поддержку. Спасибочки за сладкий рулет. Спасибо. Анна, привет. Николай. Басков. Ничего себе. Вот, нифига себе, ребятки. Ого! Вау! Какого черта? Как хорошо, что я не разогнался. А тут, между прочим, что все более глобально. Да, ты посмотри на это. Нифига себе. Нифига себе. Ну, честно говоря, я обычно попадаю на какие-то маленькие пещерки. А тут прям в какую-то трещину глобальную попал. Погоди, по-моему, эта трещина вообще выводит наверх. Так, ребят, давайте по чуть-чуть, потому что если я сейчас сигану вниз, то от меня нифига не останется. Очень экстремально. Тут, блин, очень высоко. Опа-па. Опа-па-па-па-па-па. Так, ребят. Сейчас мы вот так вот обойдем. Господи, хотя бы тут не умереть, а? Мага. Просто. Ваня, знаешь что? Ну что? Сидим дома. Играемся, ребят. Ну что, я в Майник? Что, часто играю в Майник? Ну хватит вам, ребят. Дайте провести стримчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот вот песочек. Стремненькая штука. Так, знаешь, бывает... Так. Только не говори, что... Нет, у меня еще одна как раз осталась. По-моему, я вовремя, точнее, сколько нужно, и взял. Только у меня такое ощущение, что на всех монстров мне меча не хватит. Черт, я, честно говоря, все равно не вижу еще железа.
давайте нырять ниже. Ниже. И, блин, неудобненько, вообще неудобненько, слишком. Так, тут лопатку, наверное, нужно взять. Да, так будет побыстрее. Ой, хорошо. Ой, прекрасно. Блин, ну нифига себе, все равно очень-очень высоко, а? Так. Блин, хотя бы не берет, а? Здрасте, ребят. Анна, привет еще раз. Артур, Dark Lord. Здравствуй. Так, что-то я лопат это... Так. Давай. Так, ребят, по-моему, я уже спустился достаточно низко. Факел поставлю. И меч. Здравствуй. Бам. Ну давай. Бу-бу-бу-бу-бу. Вот гад. Изи. Даже не успел. Так, можно сделать динамит. Так, ну что, ребят. А теперь давай смотреть внимательно. Черт. Железо. Где ты, железо? Вау! Так, у ворот. Иди сюда, скелетик. Ух, нифига себе, он мне надамажил уже. На! Черт! Вау! Да мне хана. Ешь, Ванька! Тут стрёмно. Кира, спасибо за 50 рублей. Тут невероятно стрёмно. Да вы кинский Майнкрафт в деле. Здравствуйте, Иван. Привет. Как проходит выживание в игре? Несложно. Да ну как сказать, несложно. Чёрт! Ребят, ну вот почему? Я так делал 100 раз, ты быстренько находишь железо, вот всегда, когда стрим, вот это закон подлости. Екатерина, привет. Это закон подлости. Это чёртов закон подлости и моя невнимательность, да? В придачу. И в придачу моя невнимательность. Обалдеть. Ладно. Окейшки. Так, тут мы были. Заберу сейчас факел быстро. Заберу. Это ж пипец. У меня опять ничего нету. Сейчас нужно быстро все скрафтить. Создать. Так, погнали туда. Все улетело. Все пропало. Черт возьми. Надо еще вспомнить, где сейчас... Ага, я вроде помню. Вот здесь. Так, 2 раза нажми W. Да не, у меня через Shift, по-моему, бегать. У меня через Shift-ик. Да, вон типа поросята. Драгоню, спасибо за 50 рублей. Спасибочки. Замурчательного стрима. Всем быть здоровыми, жизнерадостными, вежливыми, чуткими, помогать по возможности нуждающимся в этом. Думайте не только о себе, но и о других. В общем, будьте настоящими людьми, особенно в нелегкие времена. Спасибо. Спасибочки. Ты прав. Сейчас все мы должны объединиться. И к этой ситуации со всей серьезностью отнестись. Так. Быстренько это все на дровишки. Угу, камень у нас там был. Сейчас я сделаю хотя бы деревянное все это дело. Угу. Закрываем, потому что вот. Нет, камень я не кинул. Вот Ванька. Блин. Есть одна палочка, да?
Давай хотя бы сделаем. Хотя бы что-нибудь. Так, чтобы сделать топор. Да что? Ну нифига себе. Ха, мне понравилось. Дюрнивир. Дюрнивир, ага. Спасибо огромное за еще один огромнейший рулет. Спасибо тебе. А мне, честно говоря, не очень. Честно говоря, это вообще мне не было в планах. Вивец, честно говоря. Это полный вивец. Спасибо, спасибо большое. Огромнейшая. Так, 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 так. Палочки, палочки, палочки. Один факел. Там, в принципе, факел у меня есть. И, по идее, подобрать я тоже смогу. Правильно. Правильно. Так, давай сделаем топорчик. Давай сделаем деревянный мечик. Давай сделаем одну. Не знаю, мне кажется, по-моему, мое оружие там исчезло, да? Два и два, 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 два. Дуровенский. Если даже спустя 9 лет не все тайные пасхалки были найдены в The Elder Scrolls 5, то сложно представить, сколько их будут в The Elder Scrolls 6. Особенно, особенно если нам обещают, что мы в нее будем играть лет 10. Это очень громкое заявление, невероятно громкое, невероятно. И просто страшно представить. Спасибо большое. Огромное спасибо тебе. Так, 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 так. Отдай, отдай, это все мое. Где он? Где этот скелет? Где этот гад? О, забрал, 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 забрал. Забрал, да, меч поставлю нормальный-то. Вот, кирочку, вот, 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 иди сюда. Ну, теперь... Ух, нифига себе, там, там паучок, да? Так, ребята, отбой, 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 уходим, уходим отсюда. А дай-ка я сюда пойду, а? Может, там не так страшно? По-моему, я сейчас с ними встречусь, да? Не, ну они издеваются. Ну, ну как так? Как? Где железо? Где железо? Кто это был? Слышали? Фоксплей, привет. Джокерплей, приветик. Привет, привет. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Что-то быстро у меня не получается нифига. Не знаю, ну железо же не такая проблема. Бывает железо, вообще ты можешь... Надо было, наверное, мне просто-напросто не внедряться, а просто походить, посмотреть по горам, да? Нашел бы железо, уже что-то себе создал. Там кто-то окает. О, здравствуйте, ребята, зомбяки, по-моему, да? Да, по-моему, зомбяки, дай-ка я подсвечу. Вот, маленький, иди сюда. Иди, иди, иди. На! По головушке тебе поглажу. И иди сюда. Ну давай, 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 давай. И так вот. И вот так вот. И до свидания. Черт, темно, а? Когда Skyrim, ребят? Блин, упал. Ничего себе. Вроде тут не высоко. Где делось все железо? Кто-то скупил и вывез, как у нас в Украине. Все маски и антисептики, да, наверное? Черт. Не, серьезно, масок нету. У нас просто открываются сейчас цехики маленькие, продают, сами шьют маски, потому что кто-то, какой-то предприниматель быстренько подсуетился и все продал. Ох, ты ж гад, где он? Где он? Что это было? Это какая-то маленькая зараза! Несколько... Что? Их дофига тут! Какого черта? А чё я горю? Что-то чёрт... Какого? Отстаньте!
Отстаньте! Что за улиточки? Я помню, я когда-то их находил, они такие мерзкие, тяжело убиваемые. Что это за черви? Почему вас так много тут, ребята? Это что за рейд такой на меня? Что это? Они знали, что я буду стримить. Это по-любому. Вы посмотрите на это. Это что такое? Так, надо бить вот так вот. Надо бить так больнее. Посмотри, сколько их. Что это, черт возьми, такое? На! Отстань. Ой, мне хана, ребята. Мне, наверное, сейчас завалят. Завалят, 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 завалят и не спросят. Отвали! Отвали! Отвали, гад! Быстренько! Быстренько сейчас добудем железо, да? Вокер, привет! Гвоздик! Для Эдра! Копай камень для железа, советуют мне. Понял, 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 понял. Ну, обычно я не знаю, ребят. Обычно что-то я в пещерах находил их довольно быстро и без каких-то либо проблем. Это сегодня что-то... Вау, 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 отстаньте! Вот это оно было зря, да? Да, зря, 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 зря. Да они меня валят, это пипец какой-то. Самое интересное, они живучие. Ой-ой-ой. Гром-гром-гром-гром. Мина Магас, спасибо за 50 рублей. Спасибо. Привет, Мурчат. У меня есть предложение по выживанию в Майнкрафте. Допустим, ты заходишь в Майнкрафт, попадаешь в Вайтран и начинаешь свой путь развития. Точка. Причем, ты можешь создать свой город и его развивать. Можно будет приглашать своих зрителей в твой город и вместе развивать его. Может, создадим сиродил? Если интересная идея, то можно поговорить в ВК. Интересненько, спасибо. Антоха. Скорим для нордов. Спасибо большое. Спасибочки. Глобальная невероятная идея, кстати. Спасибо. Димуля, спасибо. Привет, за 50 рублей. Вань, привет. Круто. Что стримишь, Майнкрафт? Со временем во всем разберешься. Майнкрафт очень интересная игра. Как и Скайрим. Удачи тебе, зайка. Зайка. Спасибо. Спасибо большое. Так, ребят. Меня слегка бомбит, потому что меня чуть не убили. Потому что я нифига не могу найти железо. Каштан, ты что творишь? Ладно, последняя. Тамила тебе поможет. Спасибо. Спасибо за твои 3 рулета уже. Нифига себе. Спасибо огромное. Так, ребят, ну я просто обязан сейчас найти. Ага, и давай выключим свет для этого, да? Я просто должен сейчас найти... А что это такое? Железо, наконец-то. А, погоди. Это просто-напросто я начал разбивать его. Ага, это у нас песочек. Так, погодите. Я немножечко побаиваюсь. Так, на всякий случай сделаю отходной какой-то путь. Да что такое? Это я делаю, чтобы, если что, нужно будет быстро убегать. Я сделаю ступенечки, ага. Спасибо. Плохая пещера. Ребят, плохая. Ужасная просто. Ничего ценного. Одни какие-то глобальные проблемы только. Черт. Ребят, пожалуйста, не спамьте. Всем здрасте, всем привет. Сейчас буду стараться смотреть чатик. Я просто очень хотел сегодня попутешествовать. Не так, как я сейчас путешествую. Ой, темно. Ничего нет. Ничего. Все, ребят, сваливаем отсюда. Сваливаем. Сваливаем. Вот так вот сделаем. Потому что железа нет. Его вывезли. Его реально куда-то вывезли.
Не, ну это не смешно. Я так еще не... Я серьезно, я такого еще не видел, чтоб не было... Ладно, ладно, ладно. Все, пойдемте на выход. План Б, который я еще не придумал. Но тут нет железа. Закон подлости. Да не было там железа. Не-не-не-не, ребят. Железо. Вернись. Там было? Так, ребят, вы меня разводите? Или я вообще слепенький? А, точно! Спасибо, ребятки! Вот же оно родимое! Вот, спасибо! Минмагас! Могу кинуть свое ВК для связи. По поводу идеи, или мне добавиться к вам в друзья с сообщением по поводу идеи? Желательно в предложку ВК. Пожалуйста. У меня там просто много предложек. Спасибо. Да-да-да-да-да, ребят, нашел. Спасибо. О, блин. Так, ладно. Ладно, загорелась какая-то искринка, что все-таки тут не все потеряно. И, не, ну, конечно, я мало нашел еще, да? Давай мы тогда пройдем немножечко дальше. И, может быть, сейчас... Здрасте, ребята. Как ваше ничего? На, иди сюда. Так, ребят, ну что, зачищаем гробницу от зомбиаков. От местных драугров. Так, тут очень много угля. Но опять же железа не вижу. Блин, ты посмотри, какая пещера. Так. По-моему, ребята, ничего. Осторожненько. Угу. One, two, together, где мы вместе играли. Не, у меня только маленькая часть. Больше можно посмотреть или это с фана, или рок-н-ролла, или все, да. Или Модзадрот еще, по-моему, выложу, по-моему, самую большую версию. Если что, там посмотрите, ребят. Данек, супер. Привет, ребят. Привет. Немножечко я нашел. Но у меня такое ощущение, что нам нужно сваливать. Сваливать, сваливать, сваливать. Потому что очень мало тут железа. Все, уходим. Забираем факелы. Я предлагаю немножечко все-таки угля еще взять. Потому что он прям перед ногами. И как не взять уголь? Уголь нам нужен. Да, у меня там, в принципе, штук 30 есть. Но. Людмила. Мила. Привет. Приветик, приветик, ребятки. Здравствуйте. Всем добро пожаловать. Майник. Писали мне в чат. Вань, ты что, Майн? Какой Майн? Ребят, если вы ни разу не играли, я вам посоветую попробовать. Потому что это огромное лего с невероятным миром. Каждый раз новым, который тебя удивляет. Бывает это все изи. Бывает ты забегаешь, сразу в пещерах находишь не то что железо. Ты находишь и брюлики, и все, и при том в огромном количестве. Но мне сегодня не повезло, ребята. Самое интересное, что я немножечко готовился, тоже создавал такие серваки, мне выбрасывало. И как-то, знаете, это все у меня происходило все так быстро, я как-то быстро все находил. Но, повторюсь, да, закон подлости. Закон, кстати, надо воду с собой носить, потому что если в лаву так чисто случайно, опа, то будет... Нехорошо. Будет плохо, да? Так, пока я забираю факелы, потому что они мне еще нужны. И я так вот по ним немножечко ориентируюсь. Так, нам нужно чуть повыше забраться. Угу. Ну, я бы такой еще поэтому... Вот, а ну давай тут прогуляемся, посмотрим, что тут. О, вот оно родимое спряталось. Вот оно. Тут почти все играют в Майник. Ну, значит, один я, да? В 33 решил попробовать. Один я, один Ванька. Ты с Карим за 2К покупал? Не, Special Edition мне дали бесплатно. Кира, спасибо за 50 рублей. Спасибочки. В Скайриме главный босс дракон. В Майнкрафте тоже. В Скайриме сладкий пирог. В Майнкрафте торт также выглядящий. В Скайриме и Майнкрафте есть топор, лопата и кирка. И не забудем про то, что обе игры вышли полностью в 2011 году. Не, Майник же вышел раньше. Раньше. Пакман Йо! Привет, держи сынишки на сладкий рулет.
Удачного стрима и берегись креперов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибочки, ребят. Спасибо, друзья. Алиса, Гиса, да. Майнкрафт. Так, ребята, я заодно еще и тут немножечко покопаюсь. Нулька там капризничает. Ага, мы тут как раз-то были. Да, это я там как раз-то спускался. Да, давай-ка мы тут еще одним глазочком. Одним маленьким или двумя глазочками посмотрим. Вдруг тут где-то железо. Но нет. Давай, наверное, мы пойдем дальше. Слушайте, ну сколько у меня железа? У меня, честно говоря, уже 15 железа. Ну, маловато. Мне это все на все не хватит, конечно же. Так, погодите. А там у нас бравые ребята. Стоп. Не этот ли говнюк меня тогда убил, а? Не этот ли гад меня тогда пришил? Так, погодите. Сейчас давай мы как-то вот так вот заставим это все. Все-таки сделаем его. Ох, Ванька, не зарекайся. Вон он. Вон он, гад! Что-то у меня жизни мало стало. Потому что ты без брони, Вань. И все, и понеслась. Так, ребята. Только не говорите, что это... Твою ж. Ай-яй-яй-яй-яй. Скажите мне, пожалуйста, что железо мое там останется. Сколько можно, Ванька? Сколько можно умирать? Сколько, черт возьми, можно умирать? Я уже спотел, какого черта? Так, ребят, погодите. Тут у нас немножечко другая проблема. А где я вообще появился? Вот, смотри, какая прекрасная пещерка. Надо было туда залезть и все. Хочу домик. Все, я вроде узнал, куда мне опять. Все, забираю вещи и сваливаю с этого проклятого места. Я просто ухожу оттуда. Я не собираюсь там. Там мне не везет. Там просто мне не везет. Много тайн, к примеру. Да, мне ребята говорили, что тут главари. Я немножечко в Террарию играл, и там тоже попадал на главари. Тут и главари, тут просто нифига себе. Сколько всего. Вот почему я хотел попутешествовать, а не поумирать в одной локации. Вы с меня... Черт. Ну, конечно, забежал. Угу. А железо взять, точнее дерево. Так, давайте стримчик сделаем немножечко больше, чем обычно, наверное, да? Потому что я офигею! Какой я слабенький, Ваня, а! Так, все, собираюсь. Драгониус, спасибо. Блин. В Майнкрафте нет места. Как только ты пошел мстить в пещеру, ты погибнешь. Играй с добром, и добро к тебе вернется. Да. Взял немножечко и свалил. Да. Вот жадность всегда губит, еще и как губит. Это пипец. Сколько раз я на это попадался? Так, надо взять и сразу свалить. Убегать. Просто убегать. Все, не надо мне там... Взял чуть-чуть и все. Так, чуть-чуть палочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сынулька. Ты види, как я на сейчас тут идеально. Хорошо, сынок, видел. Спасибо. Отдал, да. Здрасте, эксклюзив, привет. Ваня, поспи. Ваня, наконец-то поспи. Вы не можете спать ночью во время грозы. Что?
Вы можете спать ночью, Господи, только, а не только во время грозы. Так, все, ребята. Все. Хватит этого издевательства. Пошли наказывать всех. Пошли забирать свое и сваливать. Мне там не нравится. Я пойду лучше куда-то в другое место. Так, убили меня где-то здесь. Вот я его слышу. Я слышу этого говнюка. И он меня слышит, наверное. А, вон он, ребята. На! Тут еще один! Вы прикалываетесь? Откуда ты там? Как тебе майн? Как-то выживать не получается, барай, пока. Майнкрафт супер легендарная сложность. С смертями. Зачем там мучаться много раз? Убегайте оттуда и ищите другие залежи железа. Да. Майнкрафт бесконечный в плане мира. Да. Все, мы туда не лезем. Просто не лезем. Там был сначала один скелет, теперь там два скелета. Сейчас приду, там будет теперь три скелета, потом 4, 5, 6, 7, 10. Все. Давайте как с самого начала. С листочков иногда падают веточки. Ну, это все равно дурное дело. Давай, наверное, еще немножечко леса. Сейчас я сделаю себе лопатку, сейчас я сделаю себе кирочку. Надо сделать себе деревянную броню. Не заморачиваться, да? Ева, привет. Тимур Б, сделай щит. Так, подожди, щит же вроде делается только с железа или нет? Или деревянный можно сделать? Ваня, для чего Майнкрафт? Для выживания. Просто для выживания. Я хотел вообще сегодня попутешествовать. Я знаю, тут есть разные пещеры, ты бываешь, находишь какие-то гробницы, и там находишь очень крутой лут. Я обычно находил, ну не часто, находил какие-то вот отдельные комнатки, они так охраняются круто всякими паучками, ненавижу паучков, которые ядовиты. Блин, как же они меня бесят, это пипец. Который укусит тебе, это яд дамажит, и еще раз дамажит. Ух, это пипец, ребята. Это просто какой-то трэшовый. Так. Давай возьмем сначала тебя. Угу. Теперь же, по идее... А, подожди, палочки нужно делать. Угу. Там, по-моему, разделить. Вот так вот это все. Ой-ой-ой. Угу. Зазмешив. Да блин, туда не упадешь, Витя! Спасибо за 50 рублей. 500. Как Ваня себя чувствует? Все в порядке в семье? Все в порядке. Все хорошо. У Вани наконец-то сон настроился. Слава богу, все хорошо. Я выхожу только в крайних случаях, только по продукты. Притом, открыл вот недавно магазин, мне теперь не нужно идти в Посад. У нас тут есть такой, знаете, гастрономчик а-ля СССР еще остался. Но там реально все продукты, все нормальненько. И все вот недалеко, пошел, все купил, все есть, все. Ну, почти все. Да, кое-чего-то, конечно, не хватает. Но самое необходимое, самое хлеб... Самое необходимое все есть. Это самое главное. Так. Давай сделаем две. Блин. Собрался быстро, а. Так, сейчас мы быстренько тогда камень. Я много не буду делать. Один топорик, две кирочки. Мы сейчас... Давайте здесь мы сразу... Арбалет. Блин, тут и веревка. Ну, я арбалет еще ни разу не делал. Там слишком много всего надо. Мне кажется, это прикольная штука. Очень прикольная штука. Так, ну что, давай сейчас быстренько вот там вот камень добудем. Честно говоря, что-то его не вижу. Не вижу ни камня. Или это все камень, Вань, вообще-то, да? Не видит он камень. Это все камень, Вань, вообще-то. Не вижу я камень. Черт возьми.
Так, пока буду добывать, чатик почитаю немножечко. Атриум, приветик. Очень много тайн, к примеру, главный герой из древних людей, ничего себе. Снизь уровень детализации до минимума, чтобы убрать эти белые полосы между блоков. Белые полосы, они мешают, типа, да? Мое почтение, Сагиров Иван. Фанат Гоша, спасибо большое за 50 рублей. Спасибочки, привет. Приветствую. Всем здрасте, друзья. Всем здрасте, 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 здрасте. Так, ну что, я быстро сейчас камень добыл. Я молодец, да? По-моему, темнеет. По-моему, как-то темновато стало. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Тут же у нас где-то, блин, далековато. Но я сейчас доберусь, потому что давайте мы сделаем свет, потому что не хочется. Я сейчас вот так вот по ступенечкам сделаю наверх. Хотя, наверное, выбираю какие-то трудные пути. Вот так вот прям наверх сделаю, и все. Сынулька. Это машина. Папина машина. О, так как там темно. Темно, темно, Вань. Темно, темно. Да, чувствую, Ванечка, когда подрастет, подсядет на эту игрушечку. Очень крепко подсядет. Делай только каменный лут. Понял, 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 понял. Так. У нас сейчас темнеет, наверное, сейчас мы пойдем спать, да? Немножечко я добыл. И пошел. Мина Магас, спасибочки. Спасибо за 50 рублей. Я добавился к тебе в друзья с сообщением по поводу идеи и закинул идею в кратком варианте, в предложку. Но больше хотелось бы в личном сообщении поговорить, так как в предложку все не поместишь. А там, допустим, варианты, как карты реального нашего мира, точка, там материки будут влиять на добычу ресурсов и многое другое. Это очень интересно будет. Угу. Обсудим. Обсудим. Честно говоря, эта идея тоже меня заинтересовала. Спасибо. Спасибочки. Так, ребят, ну что, давайте делать все каменное. Давайте делать все каменное, то, что можно сделать. Сначала кирочку. Кирку. Так, по-моему, я не могу сделать из брони. Я же, по-моему, не могу сделать ничего. Единственное, по-моему, броня начинается с железного, да? Деревянного. Деревянно разогнался. Обалдеть, какая идея, конечно. Кать. Ну да, я не профи в Майн. Не профи. Вообще не профи. Вообще. Ну, черт возьми. Иногда поигрываю. Иногда трачу тут по 3-4 часика в плане крафта. Ну, меня сейчас бомбит, ребята, честно, честно признаюсь. Планировал я путешествие. Так, ночь, погоди, спи. Все, ребята, горите, 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 горите. Нет, гость, я вас не пущу. Я вообще не пущу. Так, ну что, сделал каменный лут, лопату. Угу. Бля, как он долго горит, а? Нифига себе. Так, лопату, кирку. Давай парочку. Все, мне кажется, хватит. Единственная проблема, у меня еды нет, но мы дождались дня. Свинки, простите. Ой, смотри-ка, что они там. Зомбяк спрятался. Так, ну что, давай немножечко мы тут полазим, поищем. Музычка приятная включилась. Мне кажется, я сейчас, вот сейчас пойду и найду железо. Вообще не надо париться, да? Надеюсь. Максим Ильгинчук, привет. Здрасте, здрасте, ребятки. Прости. Свинушка. Ребят, ну кушать надо. Кушать надо, я, конечно, все понимаю, но... До минимума. Не знаю, мне вот эти вот белые полосы как-то не напрягают. А что это за замок, а? Или это гора такая? Погоди, то замок какой-то? Да нет, это гора. Так, 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 ребят. Ну, черт возьми, все равно.
Все равно железа я не вижу. Уголь есть. Замок. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну я же не в курсе. Ну показалось мне. Слушайте, ну угля, конечно, завались. Но железа нет. Ладно, давайте железо поищем, потому что, мне кажется, просто глубоко не будем. Вот где камень, как мне подсказали. Надо будет переименовать. Ищу железо. Ага. Черт, почему мне тогда всегда получалось все так быстро, а сейчас все так долго, а? Так, я не все сделал. Дело в том, что я бы, честно говоря, сделал бы себе немножечко факелов. Самую малость, да? Там же, по-моему, вот так вот раз. И вот так вот. Не, погоди. А как у нас факел-то делается? Там же, по-моему... А, одна палочка. Угу. Одна палочка и один уголек. Четыре. Четыре. Четыре, 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 четыре. Вот так вот мы сделаем. Угу. Хотя, погоди. Че я там буду рыть, если я могу здесь сейчас порыть? И, возможно, даже найду быстрее. Угу. Одна палочка, понял. Frosty Play. Можно лазурит добывать каменной киркой. Понял, но каменную я взял. Каменную взял, мне бы железо. Я не знаю, всегда не было проблем у меня с железом. Может быть... Слушайте, помните вот эту пещерку, которая возле поселения? Я увидел! Никитос, нифига себе, спасибо большое! 500 рублей. Вань, привет. Прости, не в тему. Вопрос по Скайриму. Скелетный ключ можно получить, не вступая в гильдию? Нет. Нет, нет, нет. К сожалению, он заскриптован, и ты его никак не получишь. Он даже физически появляется в финале квеста, понимаешь? Так что как-то украсть его у Мерсера его просто нет. Он его просто где-то прячет в трусах. Его не добыть. Спасибо большое тебе. Спасибочки. Так, ну что, давайте уголь. И я бы, честно говоря, отправился сейчас бы в ту пещерку. Вот прям очень любопытная пещерка, а? Возле поселения. И, может быть, там будет все намного лучше. Ну, сейчас мы быстренько тут нырнем. Посмотрим, что и как. Угу. Ларин, привет, приветствую. Роман, Раут. Вань, нет, ты не должен быть против зла, не за зло. Ага, если не за зло, это значит, я не должен убивать свинушек, что ли? Ну, людей же я не убиваю. Я просто охочусь, потому что кушать-то надо. Или только рыбачить можно, если не за зло. Я так понимаю, тут можно как за зло, так и не за зло, да, проходить. Но я пока выживаю, ребята. Так, погоди, я же взял, по-моему, немножечко пищи. И как бы мне нужно это все дело приготовить, потому что... Ну вот, теперь надо мыть мясо. Так, вот так вот. И вот так вот. Готовься. Вот, это нам пригодится. Это нам очень даже... Уже картину... Нет, спасибо, картина мне не нужна. Я бы, честно говоря, сделал бы еще одну печку, потому что когда одна печка как-то маловато, а вот когда две, ты можешь сразу на две это все дело распределить, и оно как-то быстрее, да? Быстрее все готовится, потому что у меня есть еще это мясо, а тут возьмем... Нет, вот так вот я возьму 5 штучек, и мы сюда их закинем, и это будет в несколько раз быстрее процесс. А пока оно будет готовиться, я еще немножечко тут покопаюсь, и, ну, судя по всему, что-то железо мне, по-моему, не светит тут. Угу. Виктория Дьякова. Напиши команду, чтобы вещи сохранились. Блин, ну так же неинтересно. Ну как можно так? Я же выживаю. Мне что-то не сильно получается, но... И плюс я отключил консольные команды, когда создавал мир. Ребятушки, Роман, спасибо. Спасибочки. Так. Ну что, там, по-моему, все готово. И, честно говоря... Ой, вкуснятина. Ой, моя хорошая. Шикарненько, ребят. Обалденно. Так, ну что, у нас есть еще немножечко. Я сделаю 24 факела. 2 кирки, 1 деревянная, 4. Очень много. Так что пойдем.
Пойдем немножечко попутешествуем. Хватит сидеть. Угу. Давайте пойдем в ту пещерку. Я примерно уже тут немножечко пристроился, нормально запомнился. Слушайте, тут же, по-моему... Не, рыбки нету. Можно было еще на рыбку поохотиться, порыбачить. Угу. Илья 700, привет. Незавидую людям, чьи дома Мерсера. Не дочитал чуточку. Вот, вот та пещера. А ну погнали мы туда нырнем. Курочки, здравствуйте. Яички, яички давайте пособираем. Да, вот смотри, можно тортик сделать. Вот, смотрите. Ка! Черт. Чуть-чуть не туда, да? Ну, вот так вот. Ой, вообще, ой, как кладенько-то. Ты посмотри. По-моему, я уже скелета слышу. Что-то, честно говоря, мне уже от них не очень хорошо. Ой, как хорошо. Так, самое главное. Так, ребята, вы посмотрите. Я прям как чувствовал, но я, кажется, кого-то слышу. Он внизу, он сюда не дойдет. Все, все, отстань. Будем на это надеяться, иначе сейчас он мне тут за... Так, ребята, нашел железо, наконец-то. Давайте уже деревянную потратим. Но, блин, она очень долго... подожди, может быть, она вообще не добывает, а? Давай, наверное, сделаю все-таки каменное, это будет намного быстрее. Стой, почему? Почему стоять-то? Я железо нашел, сейчас быстренько добуду. Другой? В смысле другой? Деревянная кирка. Деревянная кирка, она вообще не берет железо. Влад, Яга, привет. Все. Нет, Ванилка. Зука, привет. Ну, очень долго. Очень-очень. А, можно все-таки деревянный, просто долго. Так, ну что, ребят, немножечко мы добыли. Немножечко, как я тогда много добыл? Слушайте, а может быть мы еще туда вернемся и заберем? Или оно, наверное, уже исчезло? Оно исчезает через время? Да, нельзя. Ваня что-то начал капризничать. Так, давайте мы туда не пойдем, мы пойдем вот сюда. Там какая-то яма, можно упасть, что-то себе сломать. Скелет где-то с другой стороны, а мы аккуратненько, вот. Вот что-то зомбяков я не боюсь, ну, потому что, да, они самые простенькие такие вот. Вот эти черви вообще жуть. Я не знаю, они мне за все время один раз попадались, я помню, какой-то песчаный блок разломал, они туда повылазили. Не знаю, там живут, наверное. Что-то мне кажется, мы сейчас... О, черт. Взрывайся, гад! Взрывайся! Страшненько, немножечко так страшненько, ребята. Так. Ой, железо. Железо, ребят. Вон он сверху, смотрите. Пока не видит. Мы у него заберем это железо. Ага. Черви живут... А, в блоках живут. Я понял, это типа такой вот рандомчик. Угу. Каменная. Все, каменная добываю. Это быстрее будет, согласен. Ой, слушайте, тут железа очень много. Ой, хорошо. Так, я предлагаю сваливать. Я предлагаю не жадничать. Пойти положить, пускай они там плавятся. Местечко классное. Вот это вот другое дело. Вот это вот совсем другое дело. Не то, что там вот сразу нырнул. Вот не знаю, вот не всегда так. Небольшую находишь пещерку, и всегда там много. Ой, там, кажется, потемнело. Что-то мне страшновато стало. Черт. Сейчас, наверное, мы к соседям домой побежим. Да, то уже давным-давно темно. Темно и мрак. Ну, вроде еще не повбегали. Давай быстренько. Мы сейчас рванем. Угу. Один блок желез... Вот черт. Ладно, я сейчас вернусь. Хотя, честно говоря, что я туда так далеко бегаю-то, а?
Надо, наверное, перенести уже свою ферму. Ну, честно говоря, я бы хотел вернуться. Может быть, все-таки там еще не все потеряно. Там два скелета. Там, мать его, два скелета. Ну, их нафиг, все. Все, поехали, поехали к ребятам. Там у них поспим. У них же спать можно вроде, да? Железо не выпадает, если добывать его деревянных... Да ладно, Варфи. Это что, такой лайфхак? Серьезно? Это типа дольше, но зато она остается? Да, да, по-моему, ничего не остается, не может быть. Не, я сейчас проверять не буду. Я сейчас проверять не буду, ребят. Я сейчас к соседям своим, надеюсь, они меня пустят. Ага, кровать забрал. Пустят. Так. Дядь, встань, а. Дай поспать. Дай поспать. Иди в деревню. Все, 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 все. Шикарно, ребята. Класс. Класс, класс. Вот, вот почему я люблю, когда деревня рядышком. Можно и поспать, и отдохнуть. И все без проблем. И упасть. Тупо ломается блок без лута? В смысле? Это что такое? Убей голема. Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давай еще вот так вот. 100 раз посмеюсь. Я когда-то попытался. Да-да-да-да-да-да-да. Я видел, как он разваливает всех этих зомбяков, всех. Поможешь, можно и самому создать этого голема, но это не сразу. Это нужно, нужно хотя бы сделать себе сет из железа. Хотя бы, черт возьми. Так, погоди. А может быть, можно побежать и в другую сторону? Может быть, и там где-то будет пещерка, а? Давайте мы сейчас так и сделаем. Так, 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 так. Блин, ну железа мало. И угля, честно говоря, маловато. Ну, хоть процесс пошел. Прикольно. Фокс? Закроем голову? Ничего себе, походу вы очень много знаете всего, да? Всяких хитростей. А ну давайте мы пойдем сюда, а? Главное запомнить, куда я пошел. Немножечко исследуем эти горы, посмотрим. Может, тут будет какая-то пещерка? А еще лучше сразу железо. Уголь вижу. Так, давайте, уголь у меня тоже заканчивается. Кайф. Ты видишь мои советы? Локофер. Буду сейчас смотреть. Почаще стараться. Чатик. Пополни горло. Кстати, да. Хотя какая разница, что есть. Не понял. А, все, 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 поправляется вроде. Олег, привет. Лисы? Да, видел, видел, видел. Лисичек, волков видел. Прикольно. Блин, тут как-то темновато. Так, погодите, чтобы я не запутался. Мне... Я пришел оттуда, да? Да, 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 да. Я пришел оттуда. Блин, как же мне хочется это все поисследовать. Я сегодня хотел как раз куда-то отправиться. Но так долго я фармлю это железо, что пипец. Там нету. Купаются свинушки. Так. Давайте тут немножечко пороем, а. Чуточек. Полный пипец. Я голодный? Не-не-не, чё ты голодный? Я поправился. Все нормально, перекусил. Все хорошо, ребят. Тут же, по-моему, если голодный, то ты то ли бежать не можешь, да? Какие-то штрафные штуки накладывают на тебя. Какая версия?
Ой, я не помню, последняя какая-то. Не знаю, он там сам, по-моему, обновляется. Вань, давай покажи бэйби. В смысле? Александр Яковлев. Так какой крутой. Я самый крутой. Шучу, конечно. Приветик, ребят. Здрасте. 1.15? Да, вроде 1.15. Так, ну что? Не-не-не-не-не-не. Порыли немножечко, ничего не нашли. И пойдем искать. Уголь возьму. Хрю-хрю. Так, ну что, ребят, я предлагаю все-таки пойти в то место, где мы много находили железа. У меня такое ощущение, что там его очень много. И я понимаю, что его везде много, как бы, да? Но там как-то, блин, попадается довольно часто оно. Слушайте, я бы еще туда немножечко... Я туда ходил, там нет пещер. Давай-ка мы сейчас еще домой сбегаем. Угу. Я просто выложу то, что мне не нужно. У нас есть немножечко железа. 13 штучек. Железо я могу уже что-то делать, но я пока не буду. Почему не буду? Потому что еще есть у меня что есть. Что у тебя есть? Что у тебя вообще есть? Ничего-то и нету за столько времени. Нифига у тебя еще нету. Ребят. Рискнем, а? Только знаете, что сделаем? Угу. Вот если так рисковать, так уже... Давай, наверное, вот это все... Мы вот так вот выложим и дерево, и уголь, чтоб на всякий пожарный. Если меня сейчас опять поджарят, то мы, по крайней мере, будем хоть каким-то... Вадим, спасибо. Каким-то лутом. Привет, и седой. Иван. Это мой первый донат. Парочка подсказок тебе. Деревянной киркой нельзя добыть руду, кроме угля. Не воруй жителей их лут. Они будут продавать товар по более высокой цене. Не смотри в глаза эндермену. Решетка, сиди дома. Не смотри в глаза эндермену. Что-то не совсем понял, кто это, но спасибо за советы. Спасибо. Нельзя было воровать, да? Иначе цены хуже. Хуже. Катя, Вань, спасибо. Тебе тут весь чат пишет. Железо нельзя добывать деревом, потому что ресурсы просто не падают. Игра такая. Зажми F, когда держишь факел, возьмешь его так в левую руку. Та-дам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за советы. А там кто-то советовал собирать железо деревянной киркой. А, спасибочки, ребята. Спасибо за ваши советы. Ха-ха. Спасибо большое. Спасибочки. Так, факел. Факел! Нет, ребят, давайте, наверное, мы туда не пойдем, да? Ну, его нафиг. Потому что я даже не вижу его. А он где-то в меня стреляет. Гад. Вот где меня тогда убили? Нет, походу ничего не осталось, да? Я ничего не вижу, никакой лут. Ничего. Я тут не оставил. Единственное, я могу факелы забрать и свалить. Ух, там тот большой дядька. Не-н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 е, все. Отстань. Сейчас меня бахнут. Черт! Фух, так. Погоди. Меч? Это типа в другую руку? F. Погоди, не совсем я понял. То есть я беру факел, да? Это у нас щит. А, типа вот так вот, да? И он будет постоянно в руке, чтобы быстро вставить. Какого?
подпалили мне задницу, ребята. Просто подпалили задницу. Доразбирался. Да, разбирался. Спасибо, 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 спасибо. Буду разбираться. Слава богу, я лут свой отложил, переложил. Нет, это плохая пещера. Пещера хейтер, который меня убивает, 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 убивает. Я не знаю, как он так подкрался. Я не понимаю, как он вообще так подкрался незаметно. И поджарим на него. Возьми лут. Да сейчас же возьму. Сейчас же туда бегу. Черт. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, бегом туда. Давай заберем лут и пойдем лучше тут в пещеру. Вот. Я не знаю, как он сюда пробрался. Ну, наверное, как и я. Они могут по чуть-чуть сюда пробираться. А! Так, что-то мне это не нравится. Какой-то очень страшный, очень страшный. Что это было только что, ребят? Что-то монстр какой-то, что ли? Так, давайте мы сделаем вот так вот. Вот так вот, так я буду спокойней. Эндермен это. Ну, его нафиг, этого Спайдермена. Ну, его нафиг. Так, у нас есть немножечко железа, у нас есть кирки, у нас есть немножечко мяса, 3 штучечки. Я это выложу, я это туда выброшу и вот так вот сделаю лопатку, кирку, кирка, 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 лопатка, 22 факела. Факелов у нас головой, но кое-как я оставлю, потому что частенько я умираю. Там, по-моему, у нас ночь и давайте мы поспим. Эндер, мужик, вот кто это. Понятно. Понятно, 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 ясно, понятно. Ага. Отстрянь. Черт, еще не сгорел, я рано выбежал. Вот, вот так вот на ускорение полетели. Полетели, полетели. Ксюша. Сделай домик высоту 2 блока. Он как голем. Ух ты. Ребят, очень-очень много. Без прыжка. Но я знаю, что нужно вроде не часто бить, тогда ты наносишь больше урона. Ты как бы сделаешь полный... Погоди. А я тут еще что-то нашел. Лопату. Активирую лопату. А, я ж тут и был. Я тут что-то еще что-то нашел. Я тут уже был, ребята, как раз-то. Железо. Ты посмотри на это, вверху железо. Так, где-то монстрики. Так, я не понял. А че, я ничего не взял? Или взял? Не, взял, это нормально. Железная руда, и почему-то это было очень мало. Это или я не дособирал? А ну иди сюда. На! Готов, говнюк. Нормальный генпривент. Это бурлящий пуканный хейтер. Псих. Я знаю, что многих бомбит, как я играю в майник, ребят. Ну, я же не профи, я просто... Я просто играю, как умею. Да, очень много советов от вас. Невероятное количество. Прилетело к последним видео, которые я выпускал. Офигел, что тут здесь дракон. Я представляю, какой он сильный. Даже не представляю, честно говоря. Так, погоди, можно как бы вниз упасть, но что-то как-то мне немножечко страшненько падать, потому что далековато как-то лететь. А ну-ка, ребята. Так, погоди, что-то мне там какая-то ерунда, порох, что ли? Вот, давай вот так вот мы сейчас сделаем, заставим, и я вот так вот пройду, пособираю. О, здравствуйте! Здравствуйте, как ваше ничего?
Бадабум сделаем. Самое главное, что он тут один. Давай включим свет. Так, у нас тут уголь, уголь, уголь и железо. Железо, железо, еще, везде железо, нету монстров. Я попал, по-моему, туда, куда нужно было идти с самого начала. Ну, это Майнкрафт, так что, Алмакс, сколько стоит пиар-канала? Сейчас пока, вон он, гад. Сейчас пока рекламки такие не делаю, ребятки. Простите, не делаю рекламки такие вот. Голд, привет. Так. Можно обратиться в группу ВК. К админу. Вот там вот есть. Гвоздик! Не спам, пожалуйста. Так. Ребятушки, у нас прям праздник какой-то. Я нашел очень много железа. Ну как, по сравнению с то, что я тогда... А вон там еще внизу! Да нифига себе. Нифига себе. А что это такое? Это типа сыпется, да? Песочек? Типа может упасть на голову, да? Или это чисто текстурно, как будто? Возьми факел во вторую руку. Я не знаю, мне как-то непривычно. Как? Как он так подбирается ко мне? Как? Как? Что у них за скилл какой-то? Это какие-то ассасины с темного братства? Что? Что, черт возьми, происходит? Как они это делают? Я не понимаю. Я не знаю, мне непривычно. Ну что, а какая разница, если это факел будет в другой руке? Он все равно не горит. Я его все равно активирую, вставляю кнопочкой. Не знаю, ну пока мне непривычно так. Буду пробовать, понял. Вань, ты похож на... Ну, Басика. Да, да, я он и есть, походу. Походу, у меня глаза загорелись, я такой, а, железо. А ко мне подобрался... Слушайте, ну он вроде как взорвался, и по идее должен... Забрать свой лут должен, только сначала должен найти то место, куда я тогда пошел, и где я вообще был. Я, по-моему, сюда нырнул. Да, вон он, лутик. Черт. Вот оно все, мое родное. Так, железо есть? Не, ну прикиньте, железо исчезает. А, вот оно железо. Вот оно, 13 штучек. Я его просто не подобрал тогда. Угу. Так, факел на F. И что? Это типа... А, погоди. А тогда что надо, получается... Ага, вот так вот. Слушай, нужно привыкать так. Играть. Понял. Попробую сейчас. Угу. Скрафти щит. Да. Щит надо. Дамир, спасибо большое за 100 рублей. Спасибочки. Что быстрее плавить железо, тебе нужно плавильня, а когда находишь лаву, нужно брать ведро с водой. Да, ведро нужно сделать. Ведро и надо спасать. Даже иногда ты загораешься, и ты можешь использовать на себе и тушишь огонь. Это знаю. Даже ребята говорили, что вроде если ты хорошо играешь и носишь с собой ведро, если падаешь, ты можешь его выливать, когда во время полета то ли под ноги, и ты не разбиваешься. Столько лайфхаков всяких. Это, конечно, странно, но вроде как работает. Гордей. Only Butter. Привет. Приветик, ребят. Привет. Убивают как сосиску. По-моему, сосиску так не убивают часто, как меня. Так, ребятушки, ну что, у нас есть 17 железа. Я предлагаю... Ух ты, я тут еще кое-что пропустил. Я предлагаю, наверное, ребят, давайте мы свалим. Угу. А там еще железо. Я-то...
Какого черта они... Черт, черт, черт! Я уже думал все, ребятки. Я уже думал все. Приплыли. Так, чувствую, жадность сейчас меня погубит, ребята. Тут железо везде. И я такой, железо, 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 железо. Так, все, 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 все. Давай факел забираем и сваливаем, сваливаем, сваливаем. Нам очень неплохо уже повезло. Давай наверх, 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 дорогой. Так, тут все выключим. Факелы все заберем почти. Почва под ногами у меня странная. Так, один оставим. Все, ребят. Погнали. По-моему, мне уже должно хватить. На какой-то там сетик. Угу. Сиди дома. Сидим дома. Ваня, 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 галпи. Да, не будет урона. Да-да-да, мне это писали. Этелстан. Майник. Майник, майник, майник. Какой у меня комп? Есть, кстати, команда IPK. Можно вбить и высветит. Ну что? По-моему, я уже заработал на... Я правда... Что вы мне сейчас посоветуете? Сделать все-таки сет изначально? Или же все-таки оружие железное? Ну, там, кирку, лопату. Или же... Давайте, наверное, все-таки сет, потому что он как раз-то будет мне помогать выживать, как ни странно, да? Ну, мне кажется, если полезет ко мне как раз-то обниматься этот крипер, да? То все равно оружие, сет. Сет, оружие, сет. Ну, броню я имею в виду. Ребятушки, я имею в виду броню. Так, давай половинку мы кинем сюда. Так, ну что, у меня 13. Ну, 13, по-моему, я практически ничего не сделаю. Щит, щит, щит. Наверное, щит в первую очередь, да? Давай мы так и сделаем. Так, что нам нужно на щит? А, нам еще дерево нужно вообще-то. Угу. От греха подальше. А то что-то я слышу там странные вещи. Скелетов слышу странные вещи. Так, щит, 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 щит. Блин, как же броньку хочется сделать-то. Давайте броньку сделаем, а? Так, тут немножечко взяли. Ой, как хорошо стало. Ой, ой, железную броня. Железная броня уже есть. Так, ну то маловато. Давай, наверное, все-таки я щит сделаю, потому что, мне кажется, щит будет меня защищать неплохо. Если, конечно, я буду пользоваться им. Так, погоди. Вот он, по-моему, да? Да, он вообще не требует много. И, по-моему, его можно кинуть сразу. Вот. Вот так, вот так, вот так. Такой раз. Так, ну что? Это есть. Слушайте, у меня довольно много их. И давайте делать. Давайте делать голову. Давайте делать... Не, погоди, это я уже делал. Сапоги. И штаны, по-моему. Все, ребятушки. Неужели Ванька сделал железный сет? Неужели? Слушайте, так мне, по-моему, еще хватит и на оружие. Железный меч. Давай сделаем железный меч. Урон у него больше.
Урон 6. Железную кирку. Погоди. А что мне не хватает-то на нее? Палочки нужно, да? Мне палочки сделать. Скорее, не тяжелее. Ой, не знаю. Ой, не знаю, когда не знаешь. По-моему, тут тоже оно не особо легко. Признаюсь честно. Так, немножечко палочек. Забираем их. Угу. Так, погоди. А что мне не хватает? Железный слиток есть. А, я не открыл меню. Так, железный топор. Давай возьмем. Погода нелетная вообще. Нажми F5. F5. Что F5? Ну да. Это ж вид от третьего лица, по-моему. Да-да-да, это знаю, ребят. Здравствуйте. Всем привет. Так, нет. Так, ну все. По-моему, у меня все есть. Если что, еду... Только еды нету, да. Ну, я чувствую, мы сейчас все это... Так, ребят, то, что я хотел. Сет, оружие, кирка и все самое необходимое у меня, в принципе, есть. Единственное, что я бы вот этот камень выложил, цветочки и жареная баранина. Палочки можно взять с собой. Железо, честно говоря, тоже на всякий случай я бы взял. Порох это мне не надо. Каменная. Вот так вот. Каменный меч. Это вот. Шикарно. Давай еще железную. И железную сделаю. Один меч, топор. Да, по-моему, все. Кирка. А, да-да-да, кирочку, кирку. Да, все. Все. Две кирки железные, меч, топор. По-моему, все есть. Факелы у меня есть. Единственное, что, ребят, новое достижение какое-то. Хорошо, если новое. Рядом монстры. Блин, вы Не, ну вы прикалываетесь, вот там вот сейчас монстр, представляете? Из-за этого я не могу спать. Я не могу инструить, потому что они мне... Для фотографии F12. F12 для фотографии. Это чего тут пищи? А где мне жить, на улице ночью? Ха-ха. Так, в тайге хвойный лес с елками, короче, водятся волки. Ты можешь их приручить косточкой. А, так слушай... Если косточка мне, по-моему, косточку я могу получить, если скелета завалю. Слушайте, да, по-моему, я сейчас скелета на изи завалю. Кого я вообще боюсь? А ну иди сюда, дорогой. Слушай. Ну! Давай, наверное, мы сейчас... вот у нас есть косточка. Хоть мы и смелые, но я, наверное, вот булыжником сейчас вот так вот раз закрою и все. Все на изи. Спим до утра. Варфи хорош. Отличненько. О, ребята, защита. Так, ну что, поросята, простите, но вы пойдете по цепочке эволюции пищевой. Слушай, он сейчас еще дойдет до меня. Там курочка есть, давай мы курочку. Сейчас. Как же долго он горит, а? Как же долго... Блин, а как курочка вообще туда попала? Нифига себе, она запрыгивает. Так, ну что, давай возьмем немножечко мяса. Поохотимся на кабанчика. Блин, ну они тут такие миленькие, розовенькие. Ну, от этого никуда не денешься. Так, мясо немножечко взял. И, ребят, все.
Пойду сейчас приготовлю и отправляюсь в путь. Хватит сидеть. Я сегодня хотел попутешествовать, но что-то у меня не получается. Все никак. Ребят, ну сейчас все получится. Так, погоди. Стой. Что-то я заблудился. Где мой дом-то? А, вот он. Вот он. Дверь была просто открыта, и я не понял. Кстати, двери тоже нужно закрывать, потому что бывает так, что заходишь, а дома уже ку-ку гости. Так, ну что, давай мы приготовим покушать. Угу. Щит правый. Да. Я знаю, его нужно нажимать, и тогда ты прикрываешь. Угу. Мне еще непривычно. Вань, привет. Будешь ли ты играть в Майнкрафт на серваках с ребятками? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Но только нужно будет сделать все это ограниченно, собрать ребят определенных. И потому что я помню, как у Артема было. Какой-то кабздец, ребята позаходили и просто испортили стрим. Так что если это будет, то только строго по приглашениям и строго в кругу друзей проверенных. Ребят, угу. Вань, какая версия? 1.15, по-моему. Я не знаю, как посмотреть. Тут, по-моему, где-то команда. Вот, 1.15.2. 1.15.2, ванилочка из модов. Угу. Это что, скрины сделал, что ли? По-моему, да. Так, 5 и... Все, погнали. Построй каменный дом. Да нет, сейчас никаких домов. Я хочу попутешествовать. У меня вообще идея была весь стрим путешествовать. Мы весь стрим гуляем, так что мы сделаем ему немножечко побольше. Угу. Давайте еще побегаем. Так, ну что, последнее мясо осталось. И что мне взять? Я предлагаю взять все-таки уголь. На всякий случай. Потому что всякое бывает. Порох, яичко и факелы. Ну, а все остальное, мне кажется, можно не брать. Да, пускай тут и остается. Угу. Все, мясо есть. Давай мясо поставим на быстрый доступ, чтобы, если что, я бы мог перекусить. И погнали, ребят. Погнали. Я предлагаю вот куда-то вот туда рвануть. Хотя, честно говоря, лучше сейчас бы залезть повыше и посмотреть, куда идти, чтобы мы сейчас не вышли в какое-то море. Вообще мне компас надо было сделать, да? Для компаса... А, для компаса там, по-моему, мне не хватает чего-то. Так, все, я иду вот туда. Все, ребят, давайте немножечко попутешествуем, походим, посмотрим, что тут и как тут. Может, еще найдем что-то интересненькое. По идее, можно находить и какие-то там руины. Ну, вроде они распаунятся, как-то странно. Вань, включи динамическое освещение в настройках. И факел будет все освещать. Динамическое освещение. Динамическое освещение. Настройки графики. Динамическое. Показатель камеры. Облака упрощенные. Упрощенные облака мои. Упрощенные. Можно, кстати, сделать не упрощенные. Объемные. Частицы меньше. Тени. Минимум. Частицы все меньше. Но мне кажется, если частицы, то будет использовать... Блин, графика быстро. Ребят, ну, не знаю. Слушайте, ну да, с такими облаками поприкольней. Не спорю, поприкольней. Но насчет тех динамических настроек, я фиг его знаю, где оно есть. Так что сейчас не будем лазить. Я хочу, ребята, попутешествовать сегодня вместе с вами. Пооткрывать дальше миры. Как-то... Я вот этим... Хотел давным-давно заняться, но я не знаю, в Майне, вот ты как начинаешь рыть. И все, часов на 200. Ух, нифига себе. Сколько тут гор. Клайм, Ваня, что такое? Что я пропустил? Что я сделал не так? О, я помню те штуки. Они, по-моему, что-то выпускают и могут еще кусаться. Так что давайте мы попробуем их обойти аккуратненько. Так, ребят, у нас огромный открытый мир. Мы его изучаем, исследуем. И путешествуем. Угу. Кровать не взял. Ой, черт. Я что, не могу сделать кровать себе, что ли? Или она сложно делается, да? Черт возьми. Да, кровать же нужно было взять. Плохо я смотрю в чат, а? Черт возьми. Я уже вниз упал. Не получается путешествие. Да неужели без кровати... Когда начался стрим, то уже давно. Ты не ты сделаешь. Да. Спасибо. Точно, сделаю как-то. Я, правда, не знаю, как она делается. Там же, по-моему, нужно еще ткань где-то добыть, да? Где ее добывать-то? Ладно, да. На самом деле, я об этом как-то сразу не подумал, потому что ночь настанет и будет как-то не очень ахти прикольно.
Ладно, может быть, мы сейчас найдем. Мне кажется, таких поселений в мире очень много респаунится. Или это мне только кажется, да? Но я вроде уже куда-то пошел, непонятно куда. Но вот сейчас мы в лесок нырнем. Давай, наверное, возьму меч. Вот, вот так вот. Угу. Берегись, да, берегусь, стараюсь. Вроде если волков, волки вроде как в лесу есть. Но у меня есть косточка. Я, правда, не понимаю еще, как она, как это все работает. Как мне нужно их притравливать косточкой-то. Когда закончится стрим. Ну, ребят, сегодня подольше проведем, потому что слишком долго я умирал. Я вообще этого не планировал. Локация такая вот, горно-горно. Ну, ребят, не зря я назвал Скайрим. Ой, не зря. Привет. Вау, какие тут деревья глобально большие, а? Хотя, я помню, им попадались вообще такие вот деревья, что у них ствол из 4 кубиков. То есть, вообще, объемно-объемные. Так, погоди-ка. Пустыня. Да-да-да-да-да, ребят, это, по-моему, пустыня у нас. Я бы, честно говоря, по пустыне немножечко погулял, а? А ну давай прогуляемся. Да, это ж точно пустыня. Не сильно будет страшновато по пустыне? Да нет, в принципе, вот тут рядышком горы. Тут зайчики, которые очень быстро бегают, которых практически не догнать. Горы. Ну, так вот погнали. Угу. Голод? О, черт, точно, точно, точно голод, спасибо. Забываю про это. Вот, отлично. Там у нас и коровки. Ладно, пойдем. Пойдем путешествовать по этому безумному миру Майнкрафт. Блин. Кактус. А что вообще с кактусом можно сделать-то? Так, 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 так. Есть какая-то возможность, только я так и не понял. Какие-то кнопки нет. Не понимаю. Не понимаю. Кровавиу кот, привет. Кровавый, наверное, да? Ничего себе. Привет. Ой-ой-ой, ребят. Я смотрю, эта пустыня довольно глобальная. Она огромная, черт возьми. И я прям не рискну, наверное, рвануть туда в самое-самое. Я бы, честно говоря, погулял бы вот здесь, возле гор. Потому что тут шансов выжить, мне кажется, намного больше. Не всегда люблю пустыню, но можно найти офигенный лут в гробницах. Блин. Вот я столько видел разных видео, где показывают там какие-то гробницы, какие-то замки тут находят ребята, но я никогда этого не находил. И было бы здорово, если бы мы что-то такое вот нашли. Но мне кажется, эта штука тоже, наверное, и охраняется. Ну, в принципе, у нас и защита классная. Смотри, там прям какие-то дюны песчаные. Ребятки, ну что? Хаммерфилл? Паудеформа. Ну, не злись, не злись. Ну, не злись, ну, играю, играю как хочется. Не бомбите, ребят. Здрасте всем. Простите, что не на все сообщения отвечаю, потому что сегодня еще я планировал что-то успеть. Так, ну, это, по-моему, просто пропасть. Это никакая... Это никакие не... Это просто какие-то пещерки, которые чисто Так, по-моему, солнышко уже садится, да? А солнышко-то уже садится. Алексей, привет. Алексей Старченко. Здорово, привет. А что такое? Это никакая... Да нет, если, наверное, будет какая-то гроб... О, да-да-да, ребята! Ничего не интересно, когда нашел какое-то поселение. Все, кровать есть. Кровать есть. Сейчас сопрем. Продавать мы там еще ничего не будем, потому что нам нужно где-то переночевать. И это мы сделаем. Как раз возьмем кроватку чью-то. Шикарненько, шикарненько. Так, сейчас нужно полазить у них там по луту. Угу. Ой, вообще, смотрите, солнышко, закатики. Кайф, 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 кайф. Вань, когда подходишь к обрыву, зажми Shift. А чё его постоянно не зажимают? Так, погоди, дай попробую. Все же Shift
Что будет, если... Да ничего. Ты типа не падаешь. Нифига себе, какая фишка крутая, спасибо. Вот это да. Слушайте. А я, по-моему, помню это. У меня как будто такое уже было. Так, ладно. Было, не было, давайте поспим. Угу. Будут еще секреты? Конечно, будут. Ты что? Салют, привет. Привет, ребят. Приветики. Так. Ну что, давайте, наверное, возьмем кроватку. Надеюсь, они не будут против. Ну, черт возьми. Это деревушка. Такое ощущение, как будто у меня точно такая уже была. Кто это пришел? Кто это пришел и спал на моей кровати? Кто это такой, а? Так, ребят, давайте. Бывает, вот я помню, находил деревушку, и у них сундучок. А в сундучке был очень-очень крутой лут. Ну, сейчас что-то ничего такого не вижу. Сейчас, подождите, давайте по домикам пошустрим. Тут у нас и котики. А как кота завести, а? Приманить как-то? Так, это какой-то станок, да? Что это вообще такое? Стол кузнеца. Нифига себе. Крафтить оружие? Подожди, зачем мне стол кузнеца, если... И так оружие. Или там оружие можно сделать более... Рыба нужна. А почему рыба? Зачем мне рыба? Так, ну что, ребят, кровать взяли, и я предлагаю отправляться дальше. Сундук что-то я тут не нашел. Может, плохо искал. Но я предлагаю путешествовать дальше. Без компаса, конечно, не фонтан. Давай так вот. Коты едят, что-то едят. А, рыба нужна. Понял, для кошки нужна рыбка. Понятно. Как она должна быть в инвентаре, да? Его не используют. Привет, строим дом теплых ветров. Нет, пока не строим. Пока я путешествую, ребят. Пока я путешествую и ищу какие-то... Что-то интересное. Так, мы нашли опять же пустыню. Как-то быстро прошли. Что-то хочу найти. Ух ты, смотри-ка, там какие-то деревья другой формы начались. Да, как будто, знаете, такие растут где-то в Африке или высокие. Так, правую кнопку на кошку, когда в руках держишь. А, понял. Я так понял, тут все нужно вот так вот делать, потому что всех можно приманить, заманить. Так, еды, в принципе, хватает. Тут еще бывает довольно опасно бегать, потому что если под ноги не смотришь, то можно упасть. Почему нужно как раз-то shift этот зажимать? Раз, и уже не пойдет. Блин, ну стрёмно так. Капец, как будто ты вообще над обрывом. Ну ты и так над обрывом, но... Так, давайте проплывем. Гаги Гран, привет! Привет, Ваня, если в пустыне нет... Ты не башню нашел, просто не спи, идти к сундукам-то нет. Пропустил Ванька. Ладно. Там, по-моему, не было башни. По-моему. Может, была. Зараза, привет. Хопа, Майнкрафт. Дегудур, прикинь. Да, выживаю, но сейчас еще более-менее. Как меня убивали, боже мой. Еле сделался сет. Железный. Я уже не говорю за. Так, ребят, но все равно. Наверное, не так-то много каких-то гробниц. Погоди. А что-то вдали? Это просто дюна или... Или какая-то гробница?
Не веришь, Seven Light? Да ладно. Я уже давно говорил, что буду первый Майнкрафт-стримчик, который меня очень часто убивали. Так, такое ощущение, как будто я тут уже был. Вам так не кажется? Дюны какие-то знакомые. Погоди. А что-то? Тут какой-то город, башни высокие. Не, мы тут не были, ребят. Мы тут явно не были. Я вижу железо. Ну и вижу, что могу получить люлей. Это какой-то город, еще один, да? А ну пошли посмотрим. Хм. Деревня. Оу май. Так. Бывают же и более ценные вещи можно найти. Воду? Не-не-не, прыгай туда в воду. Не-не-не, сейчас мы еще пока ничего не крафтим, мы пока путешествуем, ребят. Вообще это планировалось сделать еще давным-давно. Ух ты, смотри, какие там горы интересные. Ух ты. А это прям, знаете, это уже как не деревушка, это уже как маленький замок. Так. Тут у них станочек. Ну что, кровать у меня есть, это мне, в принципе, ничего не надо. И я бы, честно говоря, пошустрил бы. Может быть, у них тут, ну, вряд ли на башне. По-моему, на башне, если забирайся, то у них там нет ни... О, папа! Да ладно. Чуть-чуть хлеба возьму. Чуть-чуть, весь забрал. Чуть-чуть хлеба возьму. Есть, спасибо. Высота должна быть 12, тогда будут алмазы. Не, ну я понял, что если алмазы, то нужно как можно ниже спускаться. Как можно ниже. Так, ну чуть-чуть хлеба. Блин, такие прикольно. Данил Поздняков, спасибочки за 50 рублей. Ты, если что, на воду можешь прыгать, не получая урона. Еще ты лошадь можешь приучить и в дальнейшем на ней кататься. Вот насчет этого прикольно. На лошадке бы рвануть. Книга? Зачем книга-то? Загляни в справочник. Так, если ты не знаешь, зачем книга, то у тебя есть, Ваня, справочник, в котором ты нифига не бум-бум. Книга и перо. Зачем тут книга-то? Там джунгли? Зачем книга и перо? Ковры, боже мой, сколько тут всего? Это вообще какой-то трэш. Так. Слушайте, по-моему, из этой штуки хлеб можно сделать. Так. Ну что, я предлагаю все-таки поспать сейчас тут в деревне, а с утреца уже рвануть куда-то, да? Угу. Только ночью во время грозы. Так, понял. Рановато. Джунгли. Погнали в джунгли. Вон, скорее всего, мне вы говорили, что там джунгли. Погнали. Я ни разу не был в джунглях. Мне интересно. Мне очень интересно. Ой, кушать надо. А еда по чуть-чуть заканчивается, как бы. Так, ну что, ребят. Я предлагаю еще попутешествовать. Может, в джунглях мы найдем какой-то древний храм инков. Каких-то, хотя, или каких-то, каких инков, господи. Эльсвейр. Мы же побывали и в Хаммерфелле, да? Мы же побывали и в Скайриме. Не, скорее всего, это Чернотопия. Погоди-ка, а что это такое? Я как будто какие-то нестандартные блоки вижу, или мне глючат? Глючат, Вань. Глючат. Что это? А что это? Что это? Загляни в справочник. Что это такое?
Какао-бобы? Прикольно. Прикольно, прикольно. Какао. Слава Г, привет. Валенвуд. Рыбка. Рыбка. Ой, воздух кончается, воздух, надо следить за воздухом. Слушай, джунгли прикольные такие, вот зеленые-зеленые, с лианами такими. Так, погодите, только не говорите, что сейчас котики будут водиться, да, львы, тигры всякие такие вот. Так, 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 это, конечно, все хорошо, но мне нужно побеспокоиться, ребята, о том, где я буду спать. Потому что как-то уже темнеет. Так, ну что, я предлагаю... Я предлагаю вот здесь обустроиться. Сейчас этого красавчика завалю. Вот так вот. Ну давай. Слушай, так он, по-моему, мне щит пробивает, да? Давайте мы закроемся. По-моему, у меня есть... Что у меня есть? У меня есть земля. Мы сейчас землю... Землю вот так вот. Опа. Она ж не раскиснет у нас, если мы заставим малость закроем. Вот так вот. И у нас тут еще немножечко железа было. Вот. И вот здесь закрою сейчас. И будет шикардос вообще. Так, погоди, шикардос. Давай мы, наверное, ее немножечко добудем. Где моя лопата? Вот моя лопата. Вот, спасибочки. По-моему, маловато как-то, да? По-моему, как-то для берлоги вообще маловато. Шерсть. Так, вот у нас еще немножечко земли. Вот. Так, ну что, тут я закину сейчас кроватку. И мы с вами... Нет, хотя нет, еще нырять никуда не будем. Хотя тут и железо. Погоди, как ее ставить-то? Вот. Спим. Ваня лазит здесь и сказал гов хайпиксель. Что за хайпиксель? Ты можешь приручить собаку, в дальнейшем она будет тебе помогать, но ты должен ее кормить. Ага. В смысле, а как она будет помогать? Она будет нападать на зомбиков? Или она будет искать для меня какие-то драгоценные ресурсы? Или как? Как вообще? Как она может мне помогать-то? Интересно. Ну, прикольно все-таки, знаешь, каким-то питомцем бегать. Так, погоди. С каким-то питомчиком. Так, 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 вылазь. Вылазь, вылазь, вылазь. Так, ну что, ребят, давай еще. Ну, у меня такое ощущение, что если я хочу найти что-то, то мне нужно как раз-то... В дебри. Ух, нифига себе, там еще паучки лазят. Типа джунгли, да? Какого черта? И лучники меня стреляют? Или это местные какие-то индейцы? Так, ну что, пойдем в джунгли. А бедрок нет? Нажми Alt и F4. Ладно. Эх, Ваня, забыл железо. Да. Да, 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 да. Ну, честно говоря, я задумался. У меня такое ощущение, что если бы сейчас начал там железо добывать, то я бы там и застрял. Давайте мы сейчас еще попутешествуем, посмотрим, что тут. Попугайчики. Обалдеть. Первый раз вижу тут попугайчиков. Прикольно это. Погоди, а как? А попугайчиков приручить можно как-то? Нет? Так, погоди, вот это вот у нас какао-бобы. Я, честно говоря, не знаю еще, что там с него делать. Какие-то напитки, какие-то вкусняшки делать. Кстати, нужно не забывать за еду. У нас 3 еды осталось. В принципе, еще достаточно. Там какие-то воды подводные. Слушайте, тут довольно необычно как-то лазить. Везде растительность, знаете, такая вот. Так, погоди. Что-то оно у меня аж подвисает. Система подгружает, так чувствуется. Обалдеть, а?
Но опять же, никаких ни храмов, ничего. Угу. И мне что-то хочется куда-то нырнуть в какую-то глубь в поисках чего-то неизведанного под землей, ребят. Потому что что-то кроме... Погоди, что-то за блок какой-то странный. Я такого не помню. Ух ты, что-то... Ломтик арбуз. Это был арбуз? Ну нифига себе. Арбузы растут в джунглях. Забавно. А вот еда, да? А вот и еда. Из какао-бобового можно делать печеньки. Только попугаев ими не корми. А чего? Попугай бешеный становится. Кушай арбузик. Да, кстати, арбузик можно кушать. У нас уже 23 арбузика. Описать я много не буду, а? Погоди. А как кушать, когда это щит? Или, наверное, нужно вместо щита ставить, да? Не. Что за ерунда? Погодите, ребята. Так он не... Ты не... А, все, я понял. Я не хочу есть. Я думаю, что за фигня-то? Вроде так уже делал. Да, сейчас не хочу есть. Почему оно и... Ой-ой-ой, погодите. А там какая-то кошка. Гепардик, что ли, гуляет? Так, что-то я не хочу близко к нему подходить. У меня такое ощущение, подумает, что я его еда и накинется на меня. Так, ну что, ребят, никакий храм, давайте мы еще немножечко побегаем. Если они никаких храмов не найдут, то будем искать что-то интересное под землей. Потому что, ну блин, как-то хотелось бы. Я, по-моему, несколько раз находил интересные какие-то вещи за чарующими какими-то книгами. Так прикольно находить что-то необычное, какую-то. Ну, это по-моему, в самой глубине, практически возле коры, которая не пробивается. Так, курочка, здравствуй. Тебя мы возьмем. Покушаем потом. Хм. Это оцелот. Оцелот? Хм. Мань, попробую Watch Dogs. Да, кстати, Watch Dogs я взял бесплатно. Раздавали игрушку, не пробовал, в Epic Store. Я там и какой-то ассасин взял. Очень много игрушечек. Прикольно, может они, знаете, так заманят. Вроде бесплатно, бесплатно, а потом карту туда добавляешь, и они... Опа-па! За все игры тебе на-на-на. Стремновато как-то. Ну, хотя это акция, они сейчас так развиваются. С счет того, что привлекают внимание. Ну, в принципе, почему бы и нет. Стиму, как ни крути, конкуренция нужна. И мне кажется, Epic Store через время прекрасно ее создаст. Если все будет делать правильно. Ну, конечно, Steam уже довольно сильно раскрутился, и, ну, просто можно создавать два аккаунта, да, и там, чтобы те игры были, какая разница. Главное, чтобы сервис нормально работал. Самое главное, и не заглох. Так, ребята, что-то я тут в джунглях немножечко заблудился. И выйти с них прям не могу. Никаких храмов я не нахожу. Ну, короче, я так понял, что вот эти вот храмы какие-то там, то их не так-то просто и найти, потому что... Кормить оцелота рыбкой. Так, подожди. Рыбка у меня есть. Сырой лосось. Рыбка. Тут у нас поросята. Ладно, еда у нас есть. У нас очень много арбузиков. И, честно говоря, я уже как-то хочу, что-то мне жарко стало. Джунгли этих выбраться. Очень-очень хочу. Давай мы вот так вот попробуем. По дороге попробуем что-то еще найти, но ничего, нифига себе, какие они высокие-то. А это обыкновенное дерево, да? Или необыкновенное? Нет, это немножечко необыкновенное дерево. Что-то мне высветилось, как будто какая-то особая порода. Еловые доски. Вот, бревно тропического дерева это. Это тропическое, да-да-да-да-да, смотри, оно из четырех блоков состоит. Довольно много леса. Довольно много. Так, и куда?
Куда? Я куда-то вот туда собирался выйти. Да, попробуем. Угу. В анджунах можно найти много вариаций пант. Они милые. Ух ты, много вариантов. Пант? Пант? Довольно прикольно. Юрас, привет. Вань, когда сражаешься с врагами, прыгай и резко бей врага. А, прыгать как-то? Может еще отскакивать назад, типа? Так, ребят, вот там вот вроде джунгли у нас заканчиваются. И начинаются просто холмы и... Ну, честно говоря... Нашли одну кошечку, которая не сильно... Что-то мне охота к ней подходить. Еще там несколько арбузов. Но арбузов, по-моему, я понабирал очень много. Сынулька. Что? Вань, это на каком языке было? Ой-ой-ой, ты посмотри, сколько тут еды. Ну, еды... Голодным тут точно не останешься. Самое опасное... И я так понял, что если ты путешествуешь вот так вот сверху, то это не опасно. Это вообще не опасно, даже прикольно. Найти какой-то храм, это нелегко, конечно. Ой, нелегко. Слева бамбук. Я видел бамбук, видел. Но зачем мне бамбук? Это разве что-то новенькое делать? Бамбук возьми. Ладно, давай возьмем. Пускай что-то новенькое откроет нам. Так, бамбук. Тррррр. Так, Ваня баловаться начал. Так, погоди. Это хоть бамбук я беру, а? А что я вообще беру? Я вообще уже не беру. Потому что у меня тут песок. Да. И вот только начал... Ваня, не кусайся, ты что делаешь? Да, вот бамбук у нас появился. Палочки. Что это было? Тетрадка моя прилетела. Бамбучек. Открываются какие-то новые рецепты. Только семена арбуза можно... А, это типа, если я поем, появится и семена арбузиков. Блин, прикольно, он так падает. Окейшки. Так, ребят, ну что, по-моему, нужно искать какую-то себе пещерку. Укромненькую, потому что что-то темнеет довольно быстро. Погнали туда. Да, солнышко зашло. И нужно нырять. Ну что, ребят, я предлагаю немножечко поискать какие-то пещерки. Может, все-таки мы алмазики найдем, а? Построй дом? Не, давай сейчас пока пещеру. Потому что ночью строить дом... Плохая идея. По-любому плохая идея. Так что мы сейчас... Сварганим себе пещерку. Укромненькую. Маленькую, но укромненькую. Так. Давай поставим свет. У меня уже всего много. Того, чего мне не нужно. Перышко. Это все выбросим. Этот булыжник выбросим. Эти доски мне не нужны. Пшеница, порох, станок кузнеца, какао-бобы, гниль. Зачем мне гниль вообще нужна? Книга. Знаете, что мне нужно сделать? Мне нужно закрыться. Сделать пещерку немножечко попросторней.
Ребята, где делась моя кровать? Куда она поставилась? Я вот только что вообще ничего не понял. Я ее разломал, что ли? Кровать. Баг? Лол. Да, по-моему, она исчезла. Или она сломалась? Черт. Да. Так, нужно доски. Ребят. Что происходит? Что мне выбрасывается-то? Попробуй призвать. Это баг какой-то, что ли? Ничего не ставится. Ребятки, что это вообще было? Бунт? Да какой бунт, ребят? Ты знаешь, как попасть в ад? Да, ребята писали, что там обсидиан, там вода нужна, ведра на лаву и потом... Так, ладно, мы тогда не спим, ребята. Мы тогда не спим, мы отправляемся на поиски неизведанного в глубину. Самую-самую глубокую глубину пока. Не знаю, что там странно. Перезайти нужно. Ну ладненько, сейчас давай попробуем что-то найти интересненькое. Немножечко попутешествовали. Давай, наверное. Как вообще там с этим боссом сразиться? Там, например, с этим же... финальным боссом, или это нужно искать? Это я, наверное, когда создаю мир, это просто как песочница, да? Какая же Ванюша. Ребятки, ну у меня есть Инстаграм, заходите и увидите сынулька, ага. Или нужно идти в определенные локации, в места, где эти боссы и сидят, да? Только тогда ты их найдешь. Так, погоди. Я уже нифига не беру, потому что... Нафига я пошел вниз, если у меня там инвентарь весь переполнен? Мне нужно создать, мне нужно... А, подожди, я ж ничего не могу создать, потому что я не могу верстак поставить даже. Мне кровать... Вы посмотрите, что творится. Не, явно это какой-то баг, глюк, да? То есть я пытаюсь поставить кровать. Все нормально. Все окей. Чего странно. А верстак? И верстак? Так, ребят, все разглючилось, то был какой-то глючочек. Глючочечек. Так, давай посмотрим, что мы можем сделать. Мы можем делать печенье! Леонардо! Дикатрио! Спасибо за 100 рублей. Спасибочки. Привет, Вань, мы всей семьей давно смотрим твой канал. У тебя очень уютная атмосфера и всегда интересное видео. Продолжай в том же духе и здоровья тебе и твоей семье. Какой? А, Ваня, папа еще не закончил. Ну, подожди. Сейчас, ребят. Папа еще стримит вообще-то. Хорошо, не ждите. Идите, кушайте. Так, жена наезжает. Не, мы сегодня побегаем, Маник, чуть подольше, ребят. Бунта, прекращайте вы с бунтом. Так, давайте сделаем контейнер. Чтобы контейнер сделать, нужно что? Так, погоди. А чего контейнер не могу сделать? Только не говорите мне, что мне чего-то не хватает. Доски нужны? Погодите.
Погоди, погоди, погоди. Ань, когда перетаскиваешь, зажми shift. Так, shift я знаю, это ж он, по-моему, сортирует все вместе, да? Плохо, что нельзя там кирки сортировать, и это слишком имбово было бы, да? А, это разное. По-моему, мне доски нужны, да? Почему я не могу сделать себе... Так, погодите. Вань, нажми F3 и B. Просто в одну клетку поставь. Кнопка. Не, погоди, какая кнопка? Это верстак. А как сделать контейнер? Господи, да вот же он, Вань. Вот как. Аллилуйя. Есть контейнер. Давай мы повыкладываем то, что мне не нужно. А кое-что нужно вообще выбросить. Нет, это мы оставим. Лопата, мне кажется, это может не понадобиться. Один меч. И вдруг меня убьют. Погодите, а если меня убивают сейчас? Ну, я же, по идее, тут же и появляюсь. Так, должен по идее, тут и появиться. Так, книги, стол кузнеца, очень много хлеба, кость, уголь, то у меня есть, факелы у меня есть, это мне не надо, это мне не надо, это нужно выбросить, стрела, бамбук, окей, ладно, это заберу, туплю, вот так вот нужно, да. Угу. Владислав, кое здорово. Костер. А зачем костер, если можно ж, в принципе, сделать печь? Печь это более правильно. Вот. Сейчас мы зарядим ее углем. Вот. Нет, яичница так не делается. А зачем яйцо? Урон удваивается, если прыгать и резко бить врага. Вот такая система. Именно удваиваться. Упс, спасибочки. Цен. Квадратная плавильня. Квадратная плавильня. Так, ребят, ну что, мы вроде что-то лишнее повыкладывали. И, честно говоря, кое-что нужно вообще повыбрасывать. Нет, только не дерево. Дерево давай, ну вот бревна покидаем сюда, коричневая, гранит, земля, вот это вообще мусор, порох, палки, камни, это все мы выбросим в эту землю. Все, 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 ребятки. Так, погоди, что-то мне не сильно много, все какие-то они мне подбиты уже, кирочки мои. Что-то, мне кажется, надолго меня не хватит. Черный ангел, привет. Кактус? Да, кактус надо было переместить, согласен. Чем я вообще с собой таскаю, а? Спрашивается. Дело костер, он нужнее все-таки. Ой, как шикарно, ребят, мы уже железо нашли. А мы уже железо нашли вообще-то. Так, знаете, прям хочется сейчас побежать, пока мы рядышком, и закинуть, пускай оно плавится. Угу. Да, потому что, насколько я знаю, там же можно еще кусочки железа сделать. И вот с кусочков железа там можно, надо бы нам еще ведро сделать, и в это ведро водичку налить бы. Было бы вообще шикарно. Печь лучше, как по мне, печь, 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 печь. Ну да, костер это, знаете, более первобытный как-то, чуть попроще. Так, и я немножечко железа добыл. Сильно тоже закапываться не будем. Вот, я уже кого-то слышу, значит, там где-то недалеко уже есть где-то пещера. Обалдеть, уже как глубоко. Нажми F3. F3, ребят, F3. Угу.
выбросил, потом подобрал. Так держать, так погоди, мне же там вообще-то печь. Вот. Пускай готовится. А мы пойдем дальше. А мы пойдем глубже, глубже, глубже. Найдем сейчас какую-то пещеру, какие-то сокровища найдем, дадим люлей местным скелетам и, или наоборот. Одно из двух. Варанкин, привет. Приветик. Приветствую. Копаем, выживаем. В принципе, вот, железной броней все стало намного проще. Ну, как намного проще, сейчас еще посмотрим. Угу. Глюк и Рома, привет. Привет, ребят. Поддержите лайком, кто еще не поставил. Как-то вообще неудачно. Ну, я не знаю. Вот сейчас у меня там щит. Не могу еще туда ставить факел. Пока вот так вот мне будет. Пускай щит будет всегда наготове. Потому что там еще нужно будет им защищаться. Слушайте, ну щитом можно еще защищаться от просто ударов. Я-то думал, что, знаете, там щит нужен только, только от стрел. А он, оказывается, вообще блочит. Очень неплохо. Так, его немножечко побили. А, вот его жизни. Жизни еще много у щита. Так. Рою, 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 но, по-моему, мне нужно было как раз-то на шум скелета рыть, потому что что-то ничего мы пока не находим в плане пещеры какой-то, какой-то пещерки. Ты не проспал? Да нет, вроде не проспал. А что должен быть проспать? Я немножечко углубился. Так, ребята, а что делать, если, например, твой инвентарь переполнен этими камушками? А, ну да, нужно просто куда-то их выбросить в сторонку, да? И все. Из бамбука можно делать подмостки для строительства. Господи, там еще какой-то... Неужели верстака недостаточно? Хотя я видел, там какие-то отдельные верстаки для лучника, для кузнеца. Не понимаю, зачем еще для кузнеца. Опа-па, опа-па-па-па. А мы, кажется, железо нашли. Слушайте, вообще удачненько я как-то копаюсь. То искали, не находили. Ну, так, в принципе, вот. А вот у нас и железо. Побольше, побольше, побольше железа. Так, какие-то камушки тут другие начались. Ладненько. Черт, конечно, я вот это вот... Так, давай же я сразу их застрою. Ага, чтобы у меня были ступеньки комфортные. То как-то непонятно делаю. Вообще непонятно. Дико, да, для кого-то? Кто же давно играет Майн? Подмостки это как лестница, только... А, лестницы? Да, кстати, вроде как лестницы можно делать. Это вообще классно. То есть можно... Нырнуть, так знаешь, вглубь. А потом раз, поставил лестницу и все. И удобненько все, классненько. Так, немного железа еще нашел. Сейчас наша кирочка слома. О, ребят, мы, по-моему, дошли до... Да, до основания. Все. Ниже уже некуда. Да, теперь давай в сторонку. Вот я предлагаю... О, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, по-моему, благодаря с вот этим, как он там, лазурит? Нет, это редстоун. По-моему, с редстоуном можно сделать себе компас нормальный, по-моему, точно не помню. Бедрок? Да-да-да, бедрок, который уже не пробить никак. Хотя ребята мне писали, что есть какие-то там лайфхаки особо для... Я этим не занимаюсь, нет-нет-нет. Я обычно, если дохожу до самого низа, я просто куда-то или влево, или вправо и ищу какие-то пещеры, которые довольно глубоко. Если вот здесь в самом низу найти пещеры, то частенько там можно найти более ценные камушки какие-то. Ну, вы сами знаете. Без меня. Угу. Ты знаешь, что новая броня есть? Новая броня? В смысле? Какая-то новая броня еще. Это какую-то с обновлением добавили, что ли? Я читал, там какие-то обломки древесины добавили. Зачем они? Непонятно. Хм. Будешь делать механизмы? Господи, тут еще механизмы какие-то можно делать. Так, ребят. Ну, надо бы, конечно, найти
Что-то по цене сделать себе броньку получше. Побольше лута. И вообще, на самом деле, да, нужно сделать себе нормальный, качественный дом. И там по чуть-чуть обустраиваться. Потому что, насколько я знаю, ну, все-таки хотелось бы еще попутешествовать. Поглобальнее. Но, слушай, я, по-моему, слышу лаву. Ну, где лава, там, по идее, должна быть пещера. Но, честно говоря, может быть сюрприз? Такой сюрприз. И накрывает тебя. О, обычно возле этих блоков и как раз-то лава есть. Так, 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 ребята. Такое ощущение, что лава везде. Ваня, сверху железо. А, точно, спасибо. Спасибо, Кать. Я пропустил уже. Я уже пропустил. Помню, когда-то так тоже раз-раз, и сверху лава как начала капать. Но, слава богу, она медленная, и ты успеваешь свалить. Но не всегда. Ой, не всегда. Оу! Вау-вау-вау-вау! Закрывай, 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 Ванька! Да-д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 а. Лава намного ближе, чем я думал. Так, 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 так. А если мы сюда пойдем? Ты не поспал, умрешь и в начале? Все отменяется. Обязательно спать надо, да? Так, 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 все отменяется, ребят. Все вот эти вот приключения с экстримом. Не-не-не-не-не-не-не. Я с самого начала это не переживу. Не-не-не, пойдем, пойдем домой. Пойдем домой спать, спать, спать. Ух ты, я тут еще и железо пропустил. Ого. Ой, как хорошо, что ты мне это написал. Я прям вернусь сейчас и как раз и не умру, и не потеряю ресурсики. Спасибочки. Не бей так быстро, подожди, пока восстановится шкала удара. А, да-да-да-да-да, это ж не только на удар, это ж еще и на силу крафта зависит. Получается, я не так быстро буду ушатывать, да, свою кирочку и... Спасибо. Поспим. Данил, Севрюков, привет. Я уже забыл, когда играл в Skyrim, точнее. Ну, самое время вспомнить. Так, погоди, как-то вообще неудобно мне. Что-то мне неудобно. Не, ну слушайте, неплохо, что я сюда вернулся, потому что у меня как бы и последняя железная кирочка. Вообще неудобный мне какой-то дом. 22, ну нифига себе. Шикарно. Шикарно, шикарно. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, немножечко сейчас... Так, без камушка, булыжник. А что там еще? Там, по-моему, дерево нужно, да? Дерево. Нет. Я ж помню, только булыжник нужен. Вот. Давайте поставим еще одну. Тут у нас 16, есть еще немножечко уголька. Я, честно говоря, наверное, вот, погоди, вот так вот, по-моему, 8, 12. И мы вот сюда закинем, и вот так вот половинку возьмем, сюда закинем. Во-во-во-во-во. Ой, шикарно. Тут уже 8 есть. Класс. Да, компас. Давайте сделаем компас. Угу. Чтобы ориентироваться. Если, например, я опять пойду путешествовать, то компас — это очень крутая штука. Только на всякий случай я его пока вот сюда, потому что на него железо много ушло. Угу. Хм. Ваня, один костер не требует угля, но вроде не... А, ну да, там же нужно только дерево, Тимур Б. Хм. Компас бесполезен? Да ладно. По-моему, можно ориентироваться более-менее и не ходить кругами. Привет, а стрим в субботу будет? Возможно.
Алена Кузьмина, привет. Приветик. Майник. Майник. Немножечко выживаем, получаем люлей, и я сейчас хочу там еще немножечко покопаться. Может, мы найдем что-то очень ценненькое. Может быть. Но посмотрим. 6 и 7. Так. И давай посмотрим. Ну, броню мне не нужно делать, да? Мне доски нужно сделать. Также палочки немножечко. И железную. Раз и два. Я думаю, две достаточно. Лодку можно сделать из тропического дерева. Ступенечки. Рустоун. Когда новое видео, поскорим уже скоро, ребят. Ведро. Не падай. Да, давай ведро. Вот ты мне напомнил за ведро. Только единственное, наполнить водой надо как бы. Как бы наполнить водой. Чтобы ее наполнить водой, мне нужно выйти. Опа-па, смотри-ка. Смотри-ка, тут железо рядышком вообще. Класс. Ой, как хорошо. Когда ресурсы рядышком. Так, давай вот так вот сделаем булыжника. Я закидаю сразу их. Вот так. А вот мы и наполним сейчас ведро. По-моему, нужно его вот так вот. Опа-па. Опа-па-па-па. Все, ведро с водичкой. Ведро с водичкой. Отлично. Да, пока топорно, без двери будем, да? Вот так вот. Угу. Найди алмазы. Было бы классно. Думаешь, я не хочу найти алмазы? Очень хочется. Очень-очень хочется, честно говоря. Слушайте, как-то я не голодаю. А броня моя ломается по чуть-чуть, я смотрю. Броня по чуть-чуть ломается. А, погоди, это не ломается, это просто не получается. Я не получаю. Это не ломается нифига. Вань, что ты делаешь, а? Что ты вытворяешь? Убирай это все. Так, ну что. Факелы есть, то есть и железо. Давай-ка мы его оставим. Вот это барахло я тоже потом повыбрасываю. Железо вот здесь. Слушай. Как-то я неправильно делаю. Вот так будет правильнее, да? Пускай готовится. Посмотри сложность. А как посмотреть сложность? Настройки, звук, язык. А, нормально. Нормально. Мне нормально хватает. С головой. С головищей. Убивают. Ты знаешь Лололошку? Не знаю. Что-то кличка, что ли? Попа. Все будет нормально. Не ссы. Так, если есть лава, по идее, должно быть и... пещера. Должна же быть, да? Ребят. Воу! Горячо. Так. Что-то там никаких пещер не наблюдается. Но лава наблюдается... Вот, я его слышу. Так, ребята, мы, мне кажется, на правильном пути. И пещ...
Скелетики где-то рядом. Только теперь узнать бы где. А ну давай вот так вот рванем. Да, они издеваются. Ну, где-то рядом, да? Топор наносит больше урона, но он маленький. Меньше, чем меч. Как в Скайриме. Погоди, как это он больше урона наносит? Урон 9. А, точно! Ну, нифига себе. А, он просто маленький. Им неудобно будет, да? Просто можно не подпускать, как бы. А ну. Вот где-то вот здесь сверху, да? Да-да-да-да-да-да-да, где-то они тут, родные. Ой-ой-ой, какие камушки синенькие посыпались. Это у нас лазурит. Не знаю, лазурит нужен для того, чтобы что-то красить, да? Хотя он, по-моему, довольно редкий. Или там еще для чего-то? По-моему, там еще для чего-то он нужен. Не понимаю, где они тарахтят, но где-то вообще рядышком должны быть уже. Вот сейчас зомби в броне, в воде. Ага. С помощью компаса карту? Разве так можно делать? Нифига себе, сколько тут возможностей. Так. Так, давай послушаем. Они где-то рядом. Я слышу мышек. Вон оно, все. Сейчас они мне все на голову как начнут приземляться. Вот это будет весело. Вот это Ванька начнет верещать. А ну-ка. Давай включим свет. Вот, ребят, погоди. Мы куда-то попали, в какое-то необычное место. По-моему, это не просто какая-то пещерка. Золото. Так, уже неплохо. Там он... Ой, то не красные камушки, то по-моему, паучок. По-моему, то паучочек высматривает всех. Так, ребят, давай осматриваться. Не-не-не, это просто у нас пещера, но зато тут... Ах ты ж гад! А ну иди сюда! А ну иди! Иди! До паука не буду близко подходить. Угу. Обалдеть! Я когда ставлю щит, стрелы отлетают и в него же попадают. Александр, ну ты что? Я еще тот боец, так что все нормально. Завалил всех без всяких-то проблем на изи. Изички. Слушайте, тут железо дофига. Там еще и золото. Сейчас мы это все дело... Только вот золото, да, довольно ценный материал, но с него можно сделать броню. Я так понял, если ты в золотой броне бегаешь, что ты светишься, типа, да, не нужно освещаться, по-моему. Но оно, по-моему, по качеству намного хуже, ломается быстрее. А, зачаровывать, точно ребята писали, вспомнил, спасибо. Лазурит нужно зачаровывать вещи, господи. Сколько тут всего, главное туда не упасть. Так, ладно, мне туда не нужно. Мне туда вообще не нужно, потому что там неинтересно. Давайте заберем здесь. А тут просто шикарно. Тут у нас и золото. Самая важная ценность золота, ребят, напишите. Алексей, Мартиню, привет. Мать лохой, чтобы прыгать наверх, просто прыгай, тут же став... А, под ноги. Данчик, спасибо, спасибо за совет. Золото довольно немного респаунится. Да. Появилось золото. Хм.
Миш, да, время, конечно, просто улетает. 20:44, сегодня побегали чуть дольше. Ну, давай, наверное, до 9 побегаем. Угу. Поищем тут. Золотое... Вот, да, яблоко видел. Зачем золотое яблоко? Что за версия? Ребят, ну, господи, где же оно открывается? 1.15.2. Ванилочка. Золотое яблоко. Зачем это... Подожди, по-моему, ребята писали, зачем золотое яблоко. Это сейчас железо заберу. Золотые яблоки, они очень клевые, но... Чтобы дракон не съел? Благодаря из-за золотого... То есть, подожди. Если ты будешь носить золотое яблоко, то дракон не будет есть, что ли? Типа так, так. Да нет, по-моему, что-то не то. Шкала удара влияет на урон, на кирку нет. Спасибочки. Кисун, спасибо. А то я тоже начал как-то бить и думаю, по-моему, оно одинаково как-то. Здравствуйте. Ну давай, давай. Изи. Изи. Вот он, настоящий воин. Покоритель подземельев. Вот он, ребята. Вот он перед вами. Вот он я. Да, я крутой. Я крутой. До момента, как меня сейчас завалят. Так, погодите. Сейчас поджарим этого паучка. Ну, вот эти паучки это изи на самом деле. Слушайте. Веревка, нить. А, да. У топора урон больше, но шкала удара устанавливается медленнее. Золотого яблока, 2 хп, сопротивление огню и... А, то есть ты его ешь? Это сопротивление... Нифига себе. Слушайте, ну в этой пещере золото просто, ну просто клондайк какой-то золото. Такое чувство, как будто сверху кто-то сейчас на меня нападет. И это будет вообще неприятно. Блин, железо, золото. Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо я попала. Блин, не знаю. Ну, я вот от этого получаю кайф, ребят. Я не знаю. Может быть, вы просто изначально получали кайф от того, что, знаете, сначала ты роешься, копаешься, уничтожаешь этих монстров, изучаешь эти подземелья, потому что под землей очень много интересненького можно найти. Но мне, блин, по приколу. Особенно, когда ты находишь еще какие-то шахты, это вообще. Завтра стримчик, возможно. А ну давай, взрывайся. Смотри, там банда, а? Собрались. Туда бы им какую-то бомбочку как закинуть. По головушке. Откис один. Да, там саперчик, но он же так просто не взорвется. А я боюсь, что я сейчас... Сюрприз! Ой, отлично. По-моему, мы всех подорвали. И теперь можно нырнуть и вниз, посмотреть, что тут у нас. А тут у нас железо, господи, сейчас у меня очень много будет железа. Очень-очень-очень много, ребята. Вот именно вот так вот я всегда как бы находил, когда заходил, и не знаю, почему мне... Ну, это Майнкрафт, да, это рандом. Просто вначале тебе, Вань, не повезло. Алмазы обычно лавы... Ну, не факт, не факт. Я, бывает, вообще нахожу алмазы не возле лавы. Ну да, частенько, конечно, где алмазы, там и лава. Я помню, нашел подземную какую-то пещеру, и прям все в лаве. Все в лаве, и по бокам
алмазики такие, опа-па, опа-па. Ну, конечно же, там завалил эту лаву. Да, то есть можно вот здесь где-то рыться, да, и есть... Ой-ой-ой, птичка! Точнее, летучая мышка. Не повезло тебе. Так, погоди. Я круг обошел? Да, походу я круг обошел, потому что вижу опять. Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой-ой. А этот дядя меня зацепил. По-моему, неплохо зацепил. Что такое, бедняга? Застрял? Давай-ка это я выручу, дорогой. Вот, нормально. Крейзи просто Эл, привет. Круги наматывают. Ну, наматывал, наматывал, но зато смотри. Смотри, какая чудная комнатка, а? Прям вообще. Спасибо, 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 спасибо. А тут еще железо есть. Блин, ребятушки, ну тут, конечно, опасненько. Обалдеть, сколько тут железа. Похоже, с железом проблем у меня уже тут не будет, ребят. Если, конечно, я выберусь. Водой залью? Да, а что я залью-то? Я залью там чуть-чуть воду и что, ребят? Это ж воды нужно много. А, погоди, а там же, по-моему, вода была, да. Это ж можно было... Где я воду видел? Погодите. Погодите, я ж могу набирать, по-моему, да? Вылил, набрал... Подожди. Вот, вот этот гад, который втихаря подходит и взрывает меня. Да, смотрите, вот здесь можно водичку набрал, а туда вылил. А ну-ка, давай, пойдем, пойдем, сейчас сделаем. Фокусы. Так, по-моему, нужно зажать. Вот, вот так вот. И... Подожди. А чего вода не выливается? Как вылить воду? Ребят, канал Кайли, привет. Обычно же ты на себя выливаешь воду, а так просто можно вылить? Стой. На елом правая кнопка. Так я нажимаю правую. Он бьет им. На блок лей. А-а-а. Понял, я на воздух лью, понял. Так. Ух, нифига себе. А как у меня столько воды-то было? Я прозрел. Я не думал, что так много у меня будет. Обалдеть. Вот какая хитрость, а? Использую воду повторно. Черт, она не набирается. Что я делаю не так? Вот, набрал. Погодите, ребята. С мечом? Ничего себе. Ну, давай драться. Иди сюда. Нифига себе, он меня чуть не завалил. Воу, 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 где мясо? Поешь немножечко. Ой-ой-ой-ой-ой. Да выпендривался, Ванька. Да выпендривался. О-о-о-о.
Не возрождайся. Что я наделал? Майнкрафт. Я не знаю. Вот так вот и постоянно. Я залезу в самую глубь. Я наберу дофига железа. Дофига камушков драгоценных. Дофига ценной руды и... Не знаю, игра как будто специально, знаете, нет, и потом они с ниоткуда набегают, и ты немножечко забываешь за то, что ты немножечко голоден, что ты там половина жизни там, и вот так вот. Ничего, сейчас восстановлюсь, честно говоря, наверное, еще поиграю потом. Друзья, ну что, неплохо так побегали, поумирал я, увидели мой уровень Майнкрафта, но, честно говоря, в этой игре пока, наверное, пока, мне... Блин, жутко интересно именно копаться. Копаться, изучать эти подземелья. Как же, черт, сложно находить эти интересные места, когда ты находишь какие-то там пещеры с вагонетками, с сундучками, с неизвестными. Ну, там, по-моему, больше всего всяких... Самое больше там бесят паучки, которые это зелененькие. Ой, ребятки... Майнкрафт — это страшная игра. Многие говорят, что Майнкрафт только там для деточек. Не-не-не-не-не-не. Я вас уверяю. Любой, даже взрослый дядька может зависнуть в Майнкрафт надолго. Это чертова глобальная песочница. На графику вообще не обращаешь внимания. Я не знаю, может быть, даже если там в будущем сделают Майнкрафт с красивой графикой, все равно будут играть в этот. По-моему, там сейчас выходит и какое-то новое дополнение. Но мне интересно, там же, по-моему, есть и история, да? Это же просто песочница, там же, наверное, какие-то квесты или мне пока этого хватает. Если туда нажну, ну и вот нафиг. Будем иногда проводить стримники по майнику, и, честно говоря, надо мне создать на одного персонажа, чтобы я уже начал быть нормально броне, да, чтобы мы там делали, потому что, насколько я знаю, там можно всякие механизмы, можно построить офигенный дом, вообще мне хочется построить целый вайтран, но это, наверное, непросто. Ребят, всем огромное спасибо. Спасибо за лайки. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за вашу финансовую поддержку. Хэштег. Стараемся сидеть дома. Одеваем резиновые перчатки, когда выходим в магазин. Маски. Антисептики. Пшикаем. Взялись за ручку. Попшикались. Все пшикаем. Все пшикаем. Антисептиком. Стараемся не подвергать опасность себя и своих родителей, бабушек, дедушек. Всем огромное спасибо. Ева, Владос, Варфи, Данил, Зефирчик, Джулия за ваши бесценные советы, которые мне нужно напоминать раз по 10, чтобы я запоминал, да? Спасибочки вам. Спасибо, друзья. Всем огромное спасибо. Скоро выйдет очень интересный выпуск 300-й по секретам, интересным вещам. Спасибо. Пока можете посмотреть мое старенькое видео. Уже старенькое. Вторая часть по секретам коллеги магов Винтерхолда. Так что, ребята, увидимся уже скоро. Спасибо вам. Пока. Бережите себя. Пока, ребят. Миша. Настя. Огромное спасибо, ребят, что проследили за порядком. Огромнейшее спасибо. Да, кстати, надо будет устроить стримчик вместе. Надо будет как-то связаться. Вань, тезка, побегать вместе. Так, ребят, давайте, наверное, мы устроим стримчик. Пока так, подготовимся. Вы мне расскажете, что там насчет сервака. Ага, а потом, может, устроим так вот с ребятами. Но надо будет подумать. Ладно, ребят. Все, спокойной ночи. Поддержите мое последнее видео по секретам коллеги Винтерхолд лайком. Кто еще не посмотрел, посмотрите. Ребятки, все. Всем счастья, здоровья. Пока. Побежал. Женушка уже наезжала на меня. Там уже все стынет. Вкуснятина. Я уже проголодался. Я не знаю, в Майнкрафте. Блин, 3 часа пролетело. 3 часа пролетело, как миг. Просто миг. Или я просто игроман? Не знаю. Жизни не хватит с игр. Просто жизни. Но я сейчас все это заберу. Я не могу, ты что, столько? Я это все... Я же, по идее, тут возражусь, да? Да, все отлично. Да, изи. Изи. Тут у меня есть еще меч, все нормально. Еда. Да.
Сейчас я вам покажу этим козлам. Ладненько, ребят. Пока сохранюсь. Все. Пока. Пока.